Добрый день. Добрый день. Наша встреча сегодня четвертая, по-моему, здесь. Или пятая даже. Ты по просьбе некоторых товарищей я хочу сегодня больше дать уклон в сторону заповедей и молитвы. Потому что, к сожалению, как выяснилось, далеко не все люди понимают глубину смысла заповедей. И для некоторых людей это вообще как некое такое клише. Заповедь ее надо выполнять, надо там от грехов избавляться. Но это все достаточно поверхностно, потому что, к сожалению, человек очень узко рассматривает каждую заповедь. Поэтому давайте вот, ну скажем, начнем с первой. «И Господь Бог твой, и нет у тебя иных богов. Не сотвори себе кумира», так можно добавить. Что это значит? Это не значит, что человек выполняет заповеди, если он не поклоняется каким-то конкретным там идолам, фигурам непонятного происхождения. А дело в том, что у человека идолов много таких, которых за идолов и не признает. Один собирает марки, другой ищет славы, третьему деньги нужны, карьера, пятый умирает за свое чадо, которое не хочет его слушать, его надо проталкивать в жизни, чтобы он добился чего-то. И вот это вот постоянное внимание к этим вопросам, оно неизбежно, конечно, но оно всегда превалирует на весах. Вот, что для тебя есть душа и Бог, и вот эти все земные наши проблемы. И, к сожалению, земные проблемы почти всегда перетягивают. Следовательно, вы нарушаете тогда эту заповедь. Тут же уместно напомнить фразу: где богатство ваше, там и сердце ваше. Если богатство ваше здесь, на земле, значит, вы будете обслуживать именно эти проблемы. А отношение к душе и к Богу у вас будет где-то на третьем, пятом, седьмом месте или вообще отсутствует. Это всего лишь декларация веры и декларация жизни по закону. Вот. Напоминаю, что природа человека такова. Мы рождены светом, то есть мы рождены волей Божьей. Следовательно, нарушая закон, мы все время воюем сами против себя. В философии есть много направлений, в том числе фатализм, то есть неизбежность судьбы. То есть все, что тебе положено, ты получишь. Вот. Есть и другие направления, но я как раз-таки не на своей судьбе проверил, что судьбу можно менять. Вот. Как в худшую, так и в лучшую сторону. Большинство людей, игнорируя вопросы религии или очень поверхностно к ним относясь, они теряют право на нормальную судьбу, и она у них постепенно сползает в пропасть. И мы это видим по ситуации на Земле. Конечно, далеко не все еще провалились, но дело в том, что тут, ну, скажем, такие переплетения есть, о которых мы немножко позже поговорим. А сейчас я все-таки возвращаюсь к заповеди, что помните об этом, что, вот, скажем, эта заповедь, она требует от человека первостепенного отношения к Богу. Для нас это главное. Потому что если мы перестаем держать это для себя главным, мы нарушаем одну из главнейших заповедей. Это первое. Скажем, вторая заповедь. Не произноси имя Господа напрасно. Вы сами знаете, если не вы, то в вашем окружении очень часто слышите так называемые фразеологически застывшие обороты, где поминается имя это, и в разных совершенно, скажем так, смыслах и прочее. И не только это, потому что и в Средневековье, да и сейчас очень часто даже в христианских церквях произносится имя Бога, и от имени Бога происходит преступление, прикрываясь именем Бога. Это страшное кощунство. Вот, но мы не будем никого судить, это их ответственность перед Богом. А мы будем говорить о себе, что конкретно, что мы должны делать. Вот. И прежде всего, не только слова, но и мысли укротить. Потому что прежде всего, произнести слова, возникает мысль. Иногда это настолько быстро происходит, мысль, потом слово. Вроде слово успеваешь затормозить, а мысль нет. Вот потом, я вот из своего опыта рассказываю, что попытки укротить мысли, да, они вроде стали уходить. Но потом как бы настойчиво, как вот навязчивая мелодия какая-то приходит и начинает у тебя возникать.
И тогда я запрос такой, это я или не я? И в конечном итоге я понял, что это не я. То есть меня бесы пытаются ввести в состояние ложной вины. Я не хочу этого и не воспроизвожу этого, не воспроизвожу. Поэтому это тоже вы отметьте для себя. Далеко не всегда то, что возникает в нашем мозгу, мы хотим. Напоминаю, что пока я не хочу этого, реально не хочу, я не несу ответственности за все, что происходит в моем поле или в моей психике. Помните об этом? Главное, когда вы что-то слышите в себе и спросите у себя, есть у меня желание, если желание, искреннее желание нет, тогда, скажем, вы свою духовную печать не ставите и не несете за это ответственность. Потому что мы живем, можно сказать, в таком в испачканном диапазоне, от мысли как диапазон. И в этом испачканном диапазоне мы перемешаны с полями большого количества людей, не только близких, но и посторонних, которые в какой-то степени мы соотносимся. Естественно, что по нашим полям будут гулять эти мысли чужие там и прочее. Мы не должны, скажем так, сильно угнетать себя. Да, надо уметь защищаться от этого, это другой вопрос. Но прежде всего, не надо винить себя за то, что они по вас гуляют. Это не ваше все. Далее. Взять себе третью. Светить праздничный день. Нужно светить праздничный день. Это сказано для того, чтобы человек хотя бы раз в неделю оторвался от своих трудов земных и немножко занялся собой. То есть посмотрел на свои взаимоотношения с Богом, проверил, верю я ли действительно или не верю. Вот. То есть проанализировал, что с ним происходит. И здесь эта заповедь, вы сами понимаете, очень важна. Если человек начинает движение в сторону света, она просто необходима. Вы не можете, конечно, круглосуточно контролировать это дело. Вот, но постепенно вы привыкаете, потому что начинается все с одного дня в неделю. А потом, когда вы действительно в духе что-то из себя представляете, у вас движение, то есть вы справляетесь с какими-то отрицательными эмоциями, соответственно, мысли уходят. Тем самым вы начинаете подрывать основу греха. Естественно, что слова и дела у вас нормальные. В этом-то и есть труд духовный, в этом и есть тот путь, который Иисус нам сказал. Я путь, я истинная жизнь, я слово. Берите его, ешьте, пейте, живите им. Только в таком случае, если это реально у вас происходит, вы начинаете выполнять заповеди. То есть вы встаете на тот путь, который указал Иисус. И в остальном, если одни только слова, ну это то же самое лицемерие, в котором упрекал Иисус современников своих, что вы сами к Богу не идете и путь туда человеку закрываете. Вы говорите, но вы не делаете. Не каждый, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, тот, кто говорит, исполняет волю Отца своего. Эти фразы, они тоже вот у многих крутятся, но осмыслить глубину обязательно надо. Надо пережить эти слова в душе. Не просто записать, как на пленку у себя там где-то шли вот цитаты эти. Цитаты в нас должны стать нормой жизни. А для этого их надо в душу опустить и душой понять и исследовать этому. Только тогда человек начинает быть причастным к Христу, к его дороге. И поэтому эта заповедь, она крайне необходима, особенно для начала. Потому что когда человек втягивается уже много лет, и у него это получается, он фактически каждый день это делает. Он каждый день светит себе путь, контролирует, реализует какие-то свои, пусть небольшие, но регулярные победы. Это очень важно. Для начала хотя бы один день. Взять четвертую заповедь. Чти отца и мать. К сожалению, позже в каком-то веке было добавлено к этой нормальной, ясной, простой заповеди. Чти отца и мать твою или свою, неважно. Факт тот, что люди спотыкаются на этом. Они не понимают, как можно любить мать и отца. А любить это, безусловно, уважать прежде всего. Если сквернословят, пьют, дерутся в семьях, это очень часто бывает, конфликты, почти повсеместно это происходит. В одной семье это чаще, в другой реже, в некоторых семьях это, как бы, скажем, от детей ограждается, происходит это где-то в другом месте, но в семье начинается тоска, начинается тяжесть какая-то, тяжелая атмосфера, так называемая. Вот. И как может ребенок нормально уважать таких отца и мать. Поэтому, можно сказать, заповедь, это сказано не для детей в большей степени, а для нас, для взрослых, для родителей.
как бы чти отцовство и материнство, если можно так сказать. Ты, если ты мать, должна соответствовать понятию мама или понятию папа. Потому что ребенок, глядя на твои чистые глаза, на твои хорошие слова, на твою доброту, искренность, отношение к ребенку, в том числе к каким-то, к природе, к окружению, если ты нормальный человек, вот тогда возникает искреннее уважение. И в этом уважении вот эти великие слова «мама», «папа», они для ребенка становятся как, ну, как путеводной звездой до той поры, пока он не вырастает, там, до 15-17 лет, когда он самостоятельно входит в жизнь. И вот этот подрыв этого понятия отцовства и материнства лишил наших детей этой дороги. Они с детства начинают ненавидеть брак. Почему сейчас практически никто не хочет, или очень редко, вступать в брак? Да потому что они не желают повторения вот этого того, что они видели все свое детство и молодость. Зачем это надо? Вот их никто не научил быть теплыми друг к другу, никто не научил их уважать, никто не объяснил, что такое любовь, что такое влечение, что такое эрос, что это совершенно разные вещи. И все это знание, это, можно сказать, одним словом, знание. А знания только в опыте могут быть, а опыт этот передать может только взрослые. Откуда у ребенка этот опыт может быть? Соответственно, вы понимаете, что наши вот эти заблуждения, наша вина, как родители, перед следующим поколением достаточно велика. Вот и все это надо исправлять, если еще можно. Мы лишили своих детей нашего опыта, который должен быть, вот у нас духовный опыт. Вот понимая, что творя зло, мы теряем и собственную как бы судьбу хорошую, но в то же время и поколение свое следующее уничтожаем. И судя вот то, что сейчас происходит на Земле, каждое новое поколение становится жестче, теряет культуру, не только духовную, но и интеллектуальную. Вот, больше стало хамства, больше эгоизма, и все это нарастает в какой-то прогрессии. Мы не можем обвинять своих детей, вот они такие-сякие, потому что мы здесь соучастники. Поймите это. Вот наше взрослое бревно надо вытаскивать. И в какой-то степени надо еще успеть что-то детям преподнести. То, что мы хоть как уголек добудем, вот это в трудной этой борьбе. И постепенно-постепенно надо детей к этому приводить. Это наша задача. И никто нашим детям не поможет. Скажем, если государственная структура или какие-то иные общественные организации, там религия, как видите, не справляются, значит, у нас остается одно спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Значит, люди, которые более серьезно относятся к вопросам религии, у которых есть вера настоящая, у которых есть воля, терпение, постановка цели, что для меня душа и отношения с Богом важнее всего остального, это выполнение, опять же, первой заповеди, тогда у нас начинает получаться, потому что мы сдвинулись с мертвой точки и пошли вперед, пошли туда, куда надо. И тогда формируется отношение «я и свет», то есть я со своим источником, который меня породил, я начинаю формировать более нормальные отношения. То есть я перестаю постепенно грешить, тем самым я на практике разоружаюсь, я перестаю враждовать с крестной силой. В таком случае, если я искренне и последовательно это делаю, если у меня есть не только намерение, но и результат, тогда и крестная сила ко мне разворачивается и начинает понимать, что один человек что-то понял. Он меняет себя, значит, его надо поддержать, его намерение искреннее, покаяние искреннее, есть наличие смирения, то есть нет обвинения, жизнь плохая такая, насекая, потому что каждый день, который нам дается, мы заслужили. Если мы имеем другую позицию, значит, мы упрекаем Господа в Бога, что Он мир плохой нам создал, а мы тут бедные, несчастные, вот нам никто не помогает, нас никто не любит, и вот эти вот эгоистичные мотивы такие, они, к сожалению, человечество уничтожают. Пятая заповедь какая, не убий, по-моему, да? Здесь тоже многие подумают, что я никого не убивал, и по этой заповеди я перед Господом отчитаюсь, если уж придет такой час. А нет, потому что вы можете, скажем, вот такой пример, который приводит и книга. Говорит, допустим, у сына были золотые руки, у него талант, как вот у Кулибина, может очень великолепные вещи делать. Вот он такой, ему не нужно какие-то высшие образования, потому что он может реализовать себя именно вот на этой почве. Но его заставили, там, скажем, заканчивай экономический факультет, давай будешь главным бухгалтером, потому что это сейчас выгодно, это денежно и так далее.
Вот, потому что тут можно столько дел натворить, что даже, возможно, и богатым будет. Потому что там есть двойная бухгалтерия, и тройная, и всякая. Вот, и человек вот тут начинает подталкивать, а у ребенка, может, ну, совершенно нет склонности и желания. Но он, скажем, послушался давления отца, он стал экономистом, в конце бухгалтером, и всю жизнь тащится. Для него это все пропоративно. А когда идет искажение, и тебе жизнь не нравится, ты начинаешь болеть. Даже болезнь от этого возникает. Потому что нет радости в жизни, а радость – это гармония. Вот, получается, отец убил талант сына. Мало того, этот сын мог еще и обществу преподнести какое-то изобретение, какие-то вещи, которые обществу может быть полезны. И он мог реализовать себя как личность. Отец убил в данном случае и талант, и будущее сына. Это убийство. Немножко другого толка. Вот, можно испачкать честное имя другого человека, интриговать против него, есть какие-то соображения. Можно доверие подорвать к человеку, у которого оно есть в обществе, окружении. Просто, опять же, из каких-то соображений, из зависти. Или просто так от нечего делать, вот сесть на лавочку у подъезда и перемывать косточки всем проходящим, что сплошь и рядом происходит. Вот. Зная, не знает ничего. Главное, чтобы вот, обсудить кого-то. А почему это происходит? У человека нет темы «я и Бог». А если есть очень она поверхностная, и фактически это профанация. И поскольку остальное все неинтересно, особенно в пожилом возрасте, начинается что? Обсуждение других людей – это от лени, от бездуховности, от духовной пустоты. Человек пустой. И вот такие пустышки собираются, начинают перемывать косточки всем остальным. Это тоже нарушение заповеди, это тоже в какой-то степени убийство, потому что вы, не зная человека, вот начинаете сразу пачкать, клеймы ему какие-то навешивать и так далее. Вы не имеете права судить. Причем эти люди, многие ходят в храмы и считают, что они чуть ли не святы, потому что они никуда не плюют, они не ругаются, они там соблюдают все праздники церковные, они там посты соблюдают, все, почти святость, и ждут, когда Царство Небесное их примет с потрошками туда. На самом деле, они этого не понимают и даже понимать не хотят. Вспомнить шестая. Некоторые помнят по последовательности. Непрелюбодействие, да? Непрелюбодействие – это не совсем то, что есть еще заповедь «не пожелай жены ближнего своего». То есть немножко разные вещи. Скажем, если «не пожелай ближнего своего», это направлено против излишества в телесных отношениях. Вот, то есть, если ты, скажем, вот я мужчина, если я не люблю женщину, зачем мне ее соблазнять? А ведь сплошь и рядом, это как спорт. Если я могу добиться, используя какие-то свои, типа павлинье перья и вперед. И если добиваюсь, ну такая гордыня человека охватывает, я этого добился. А сам человек может презирать эту женщину. Вот, и так далее. Бывает, что как раз та женщина, которая идет навстречу, она может не лучше. Но дело в том, что рассматривается твое персональное дело. Ты за свое ответишь. А она может быть за свое. Именно здесь направлен не только жены там, ближнего, но и вообще это касается всего женского пола. Что мужчина должен в этом отношении взвесить, зачем тебе это надо? Если ты одинок, и у тебя, скажем, сердце ищет кого-то, но сначала запроси, на каком уровне отношений ты собираешься строить. Если есть сердечное тепло, значит, можешь попробовать, если человек свободен. Если даже не свободен, женщина может с кем-то жить или встречаться, но видишь, что там любви нет. В какой-то степени ты имеешь право конкурировать со своим соперником. Если же там есть любовь, и вы видите, что там тепло и хорошо в этой паре, то есть тогда не надо лезть, не надо разрушать эту пару. А об этом тоже мало кто думает. Потому что у мужчины, вот если такой ловелас добивается успехов у многих женщин, он в таком почете, ему все завидуют. Остальные вот, и так далее, и так далее. То есть, настолько все это перекошено, и все заповеди, нарушения заповеди, они все настолько переплетены, что они вот одно начинаешь поминать, чувствуешь, и в этом и есть присутствие и нарушение других заповедей. Поэтому, возвращаясь к прелюбодеянию, там немножко другой ракурс. Это касается брака, института брака, что брак должен быть, опять же, теплым. И отношения мужчины и женщины, если уже они вступают в отношения, должны строиться на любви. А любовь – это полет, это не влечение, это даже не чувственность, которую очень часто и многие, особенно молодые люди,
испытывает, особенно в возрасте, там, начиная там 15, 16, 17, и все это пошло. Активность нарастает, потому что это возраст где-то 10-15. Он очень активен. Это для того, чтобы мы создали пару. Вот. Но тут надо уметь себя разобраться с собой, что ты из себя представляешь, и найти спутника жизни. Почему это очень важно? Потому что у вас будут дети. А дети от любви, они всегда прекрасны. Если вы будете любить друг друга, этот щит любви накроет и ребенка, и к этому ребенку тьма не будет подступать. Она только будет в той степени, в какой вам прошлое искупить. Но любовь, она великолепная защита. А из-за того, что любви почти не присутствует в отношениях, поэтому у нас и дети, к сожалению, много больны. Вот, потому что влечение и чувственность за любовь принимать нельзя. Это не любовь. Я не знаю, у меня когда были эти, может, раза два в жизни вспышки, я за это борюсь, что вот так жить надо, но это нужно заслужить, чтобы эта любовь тебя несла всегда. Потому что обязательно нужно два человека в духе примерно равные. Может, чуть-чуть небольшой перепад есть, но они примерно в духе должны быть равные. Чтобы меня понимали, скажем, если у вас интеллектуальная достаточно серьезная разница есть в паре, вы это же чувствуете, неинтересно становится. Причем, допустим, вы были равны, скажем, в момент вашего соединения, в браке или там, когда вы встречаетесь, вы были примерно одинаковы. Ну, скажем, лет за пять один ушел, он много что постиг, а второй решил там какое-то кино, вино и домино. И вот этот разрыв нарастает, проходит 2, 3, 4, 5 лет, и начинается тоска в отношениях. Это интеллектуально. А в духе это происходит буквально в течение недели. Потому что в духе скорости огромные. Мы о физике говорили уже на прошлых семинарах, и еще поговорим сегодня. Поэтому в духе разрыв может произойти в течение буквально нескольких дней. Вот. Это заметно в тех парах, которые вот они в теме, у них это происходит, они говорят, это можно разорвать, да, говорит, неделю, у нас это за несколько часов происходит. Потому что один человек немножко пропустил удар, его загрузила тьма, а второй эту тьму терпеть не хочет, потому что он бдителен, он в себя не пускает. Ему становится тяжело с партнером. И тогда что? Ну, во-первых, я говорю, выводов не надо делать, как если конец. Вы можете, если вы доверяете человеку, знать, что он попал в беду, значит, ему надо помочь, не можете сами справиться, обратитесь за помощью. У вас прекрасная молитва есть, Отче наш. В конце концов, можете позвонить и так далее. И все налаживается достаточно быстро. Если они действительно, скажем, ценны друг для друга. Вот. Надо потерпеть, скажем, своего партнера в какой-то степени, а в следующий раз, когда вы, может, вы провалитесь, он вас потерпит. То есть в этом терпении и доверии друг к другу можно сохранять пару и строить свою жизнь на этом принципе. Потому что понимаете, что святых нет у нас, святости в нас до нее еще далеко. И в этой жизни, может, мы не добьемся ее, скорее всего. Вот. Но дело в том, что мы идем. Надо идти в эту сторону, в сторону освобождения от греха. Тем самым наш светлячок, наш дух начинает все ярче и ярче светить. А по ипостаси Божья любовь нас родила, и мы в какой-то степени в духе тоже есть любовь и воля. Если у нас любовь начинает разгораться из-за того, что тьма уходит, мы начинаем быть более притягательны, в том числе, ну, для противоположного пола, для, вообще для людей. Это и есть задача – светить всем. Умирает ревность, умирают страхи, обиды, раздражения. Именно эти эмоции, они порождают отрицательные мысли и все отрицательные слова и поступки. Когда исчезает в очаге помыслов, исчезает фон этот, тебе нет мотива выдавать в этот мир ничего плохого. Не хочется просто. Не потому, что себя запрещаешь. Не хочется этого. Не хочу. Это и есть, скажем так, сознательное и естественное выздоровление человека. Это и есть духовность. Вот. И путать духовность с налетом культуры нельзя. О духовности очень много говорят, но, к сожалению, они немножко путают понятия. Вот. Далее. В браке двое, естественно, должны сохранять тепло. Еще раз говорю, потому что наши дети, они будут смотреть на нас. И вырастет поколение в семье, в этой такое, а в другой такое. И вот ребенок в хорошей семье, где папа и мама озабочены этими понятиями, ему будет, конечно, тяжело этому ребенку.
потому что он столкнется с другими детьми, которые в полевом отношении связаны со своими родителями и так далее. И там, конечно, ему будет тяжело. Но тут, и опять же, понадобится ваш опыт и ваша сила любви. Вы можете закрывать, защищать. А когда попадает ребенок в беду, вы можете и убирать вот это все. То есть у нас мы можем формы творить. Господь Бог – это творческая воля Божья. Она сотворила мир и сотворила нас. Соответственно, мы получили в наследство тоже творческую силу. И мы можем творить. Только творить надо в сторону добра. Защищаться мы имеем право, нападать никогда. Если вы будете в этом отношении всегда как бы целомудренны, то на вашей стороне всегда будет свет. Если начнете пользоваться этими качествами своими, вот как в эзотерике это бывает, за деньги что-то делать или мстить кому-то и прочее, 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 тогда свет от вас отворачивается, и вас будет обслуживать тьма. И вы перейдете на темную сторону, то есть в темный дозор. Вот будьте добры, помните об этом. Тьма, она коварна. Опыт не только мой, но десятков людей говорит о том, что настолько легко свалиться в так называемый астрал, это мир испачканных чувств, если кто не знает, что такое астрал. Это область, где примерно на два порядка выше скорость волны, чем скорость электромагнитных колебаний. Соответственно, чем выше волна, тем она более мощная, и она давлеет над процессом мышления. Поэтому, если мы справляемся с эмоциями, и в нас нет ни зависти, там, ни обид, ни того, ни сего, ни третьего, ни десятого, мы начинаем выздоравливать, и тогда у нас открываются очи, мы начинаем видеть как бы себя сверху. И мы защищены от тьмы, собственной душой, которая поддержана светом, то есть волей Божией. Вот в чем наша сила человека, и в чем его непотопляемость. К сожалению, в такой простой форме никто не излагает людям этого процесса. Это очень просто все. А почему никто не излагает? Потому что, к сожалению, люди настолько искалечили понятие религии в каких-то конфессиях больше, в каких-то меньше, но если бы хоть какая-то конфессия абсолютно точно выдала нам суть христианства или суть какой-то иной религии, люди, воспринимая это, причем священники, передали бы опыт, как это делается, что они должны, в общем-то, делать. И тогда общество начало бы выздоравливать сначала самых сильных людей, а потом те, кто были рядом, увидели, что нам живется лучше, мы здоровье имеем хорошее, у нас судьба становится все лучше и лучше, мы улыбаемся, возраст нам не помеха. И тогда скажите, мы тоже так хотим. Спасить сам вокруг тебя спасутся тысячи, но будешь спасаться только тогда, рядом с тобой, если сильное существо, которое даст пример. Они просто тебе будут цитатами наворачивать, наворачивать 10 лет, 20 лет, 40 лет, 1000 лет, 2000 лет одни цитаты. А где же работа, где же опыт, где же передача по наследству из поколения в поколение этого опыта? Его нет, потому что никто и не собирается это делать. Выставили нам какой-то ряд святых, вот был такой святой, такой, несколько таких известных фамилий. Ну хорошо, они были, дальше что? Давайте нам их опыт. Нет, это как вот как идолов, создали их и все. Да, они были прекрасны, но дайте нам эту методику, каким образом стать такими же. А никто не знает как, потому что у них был свой опыт, а вот передать опыт невозможно. Надо сначала иметь собственный опыт, и только собственный опыт, все нюансы можно передать другим людям. Причем не в каких-то цитатах. Сами цитаты по себе хорошие, но только надо правильно, чтобы они как бы имели приложение. Результат был какой-то от них. Также вся наша философия, к сожалению. Очень много умных мыслей. Каких только имен нет, великих гениев там. Их, ну не знаю, сколько у меня, тома целые. Восточные эти самые философы, западные философы. Там сотни фамилий. И все они правильно говорили. Но почему-то это не становится в жизни опытом. Почему? Потому что для того, чтобы жить этими цитатами, нужно очень хорошо освоить смысл глубоко, не просто скользить по поверхности, а понять суть того, что тебе предлагают, и знать, как в эту воду вступить, как начинать первые шаги, вторые, третьи, четвертые. А для этого кто-то должен хотя бы подсказать тебе, с чего начинать, как сделать первый шаг, как сделать второй. Да, правильно. Говорят о покаянии. Покаяние нужно, оно искренне должно быть. Но если ты покаялся, что так делать нельзя, если ты искренне покаялся, следующий-то шаг, но не делай больше так, если ты же покаялся. Значит, надо остановить твое неправильное движение. Ты же продолжаешь полыхать эмоциями, ты продолжаешь
мысли иметь, слова у тебя и дела вон какие, человек, останови это, а как? А что нам оппонирует все время? Нам оппонирует мозг. У нас все время мозг говорит, зачем тебе это надо? Что тебе плохо живется, особенно пока еще человек там не сильно озабочен здоровьем, пока он еще относительно неплохо в жизни. А зачем тебе это надо? Ну и так можно жить. Надо деньги делать, надо накопить вот какое-то состояние, чтобы в какой-то степени к старости у тебя была защита, чтобы на что было жить, и детей своих надо обеспечить. И вот эти в основном такие какие-то земные интересы у нас превалируют. Если человек, скажем, это отодвинул и пытается дальше идти, для него, скажем, материализм и вот эта бездуховность не увлекает, ему хочется прорваться все-таки вверх, он понимает, что он дух есть, ему надо идти. Тогда предлагают, ну вот тебе, пожалуйста, есть эзотерика, есть тебе храмы, конфессии, вот иди, иди туда, 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 пожалуйста. Вот. И куда ты придешь? Ну, скажем, взять даже христианство. А сколько христианств? Это сотни направлений, не говоря уж нескольких главных религий. Там есть подвиды, какие-то эти разветвления и так далее, и так далее. Кто укажет правильный путь? Кто? И вот, можно так сказать, если человек хочет разобраться в этом, я по себе это сужу, в свое время я получил советское образование, и преподаватели мне говорили, если ты хочешь понять какую-то идею, ты не особенно увлекаешься теми, кто интерпретировал, интерпретаторов. Если ты хочешь понять Фрейда, почитай самого Фрейда, а не его потом последователей. Если ты хочешь понять Сенеку или Марка Аврелия, или там стоиков, иди туда и найди эти тексты, почитай. Если ты хочешь Шопенгауэра понять, или Ницше, или что, почитай их. Вот не, а очень много интерпретаторов, которые, да, знаете, что хотел сказать Ницше? Или Марк Аврелий? Вот он то имел в виду. Диссертации на эту тему. Докторские, кандидатские, чего только нет. И все это великие имена. Великие, 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 великие. То же самое произошло с христианством. Есть Иисус Христос. Есть абсолютно простая, совершенно четкая религия, с очень простыми требованиями к человеку, и вдруг нам предлагается такое, что-то такое непонятное, сотканное из каких-то таинств, из каких-то непонятных там библейских текстов, все это перемешано, Ветхий и Новый Завет, хотя это совершенно разные вещи. Попытка стыковать эти две, Ветхий и Новый Завет, привела к тому, что попытка согласовать несогласуемое, но никак не получается. Тогда надо все это как бы придумывать что-то, что-то вот наворачивать, не наворачивать. Чтобы скрыть одну ложь, нужно две лжи. А чтобы потом эту две лжи скрыть, надо четыре лжи. И вот это все навернули, и нам выдали как истину. А почему у нас цивилизация проваливается? Почему человечество не имеет поводыря? Потому что люди пошли за этими ложными, скажем так, псевдоидеями. Скорее, не за ложными, а за искаженными. Вот. Поэтому к первоисточнику, пожалуйста. Я в свое время вспоминаю с наших преподавателей, который там обучался я где-то лет 50 назад. Первоисточник. Что первоисточник у меня в христианстве? Иисус Христос. Что есть первоисточник? Прямая речь. Ее надо было выбрать в одном Евангелии. Есть несколько цитат в другом Евангелии. Немножко они как бы разные. В одном, скажем, написано у Матфея в 22 главе в ответ на вопрос, что есть главная заповедь в христианстве, Иисус говорит, возлюби Бога своего всей душой, всем разумением и своим. Уже забыл, как сейчас. Сердцем, там, разумением и душой своей. То есть у нас, то есть он подчеркнул три ипостаси. Кто обращает внимание, что у человека есть три ипостаси? Это же очень важно. Можно сказать на современном языке. И мозг должен понять Бога и любить его. И душа, и чувство, то есть все, чувство, ощущение и мысли, все должно служить Богу. А мозг не может служить никому, пока он не поймет в логике, почему это надо. Это нормально, это инструмент логики, он тоже нам Богом дан. Почему мы мозг не можем привести к вере? А потому что мозг требует логики, зачем мне это надо и что мне это даст. А вот вступайте, говорится, проверьте это все. И вот я пошел так вслепую, скажу, ну, допустим, поверил, пошел. И столкнулся с тем, что мне надо сначала бы мозг на место поставить. Еще раз говорю, что мозг работает как бы в диапазоне испачканном.
Или там эти колебания, там столько бесовщины. Говоря языком науки, они называют это солитоны, какие-то сгустки энергетические, это название научное, когда читаешь. Но на самом деле наши предки называли это бесами. Они живые, они активизированы в определенной сети, они над нами сидят и правят нами через головы. И не дают поднять голову вверх, и начинают все ложные вот эти искаженные наши идеи обслуживать. Почему никто не может вынырнуть из этого вот, из этого облака какого-то черного. Прежде всего, надо было мозг, скажем так, сделать независимым от этих сетей. Удалось, есть определенная методика. Когда удалось это сделать, настолько быстро я, буквально мне понадобился месяц, разобрался я в сути того, что говорил Иисус. А до этого никак. Потому что в голове все время шел протест. Вместо того, чтобы заниматься делом, исследованием, у меня просто мозг отказывался. У меня такое ощущение, что у меня перегрелась голова, у меня начинается непонятно что. Следовательно, сначала надо победить в голове, то есть поставить голову на службу своей душе. А то, что иначе мозг все время оппонирует, все время против нашей души. Только не сам мозг как инструмент, а то, что через него нами правят. Я разобрался, в чем суть. Логика прекрасная пришла. Если я не святой, естественно, у нас нет святых. Что такое несвятость? Несвятость – это какая-то сумма ошибок моих в прошлом. Их много. Посчитайте, сколько раз вы грешите эмоционально, мысли и прочее, только в течение суток. Вот. И, соответственно, что сеешь, то и пожинаешь, на меня обрушивается последствия моих грехов. Я сею, я и пожинаю по закону. И когда ко мне приходят вот эти неприятности, проблемы, беды, какое-то нездоровье, я начинаю искать виноватых. А, мне жизнь кто-то испортил, да вообще вокруг все плохое, и власть плохая, и чиновники, и дома плохо, и на работе плохо, все меня достают, меня, которого я очень люблю. Понимаете, все замыкает на том, что кругом все виноваты. Вот, и вот эта книга, вот зеленая, прекрасная, она ответила, что говорит, не ищите виноватых, виноваты не какие-то не президенты, никакие не церкви виноваты, там никто не виноват, кроме ложной позиции каждого отдельного человека. То есть нас, мы сами виноваты. Потому что мы все строим свою судьбу. И что мы делаем, то мы и получаем. Вот. И человек сразу думает, нет, я бы построил, но вокруг-то мне мешают. Вон они все, так что они со мной делают? А можно сказать, так эти люди, которые тебе мешают в жизни, они все лишь посредники в возвращении кармы твоей. За тобой миллионы грехов. Поэтому у тебя на дороге твоем ждут вот твои вот эти псевдодрузья там и так далее, и так далее. Они тебе обязательно принесут то, что ты делал, причем с торицей. Они тебе все вернут. Никуда ты от этого не денешься. Единственное спасение для тебя – научись любить. Есть путь страданий, а есть путь любви. Любовь стирает очень быстро карму. Но, к сожалению, человек никак не может отказаться, что я сам для себя все-таки главное. Как это? Кому-то вот отдать это все. А мне что? Вот это есть. Эгоизм побеждает. Внутренняя лень побеждает. А ведь человек по природе не эгоист. Свет светит всем. И если душа моя есть свет, порожденный Богом, я тоже должен всем отдавать. И ничего взамен не просить. Отдаю и все. А уж что мне вернется, я не знаю. Положено мне сегодня, чтобы мне кто-то что-то хорошее сделал. Сделать здорово и хорошо. А если не положено, и меня бьет судьба, продолжайте искупление, все лишь на все. И если я в смирении принимаю все последствия своих ошибок, спокойно отношусь к этому, ни на кого не злюсь, никого не обвиняю, всех прощаю, тем самым я очень быстро начинаю искупать свою карму. Она у меня тает за спиной быстро. Год, второй, третий, четвертый, смысл жизни начинает меняться. А, к сожалению, люди думают, что вот я поверил в Бога. Я уже вот и цель поставил, и это все, вот недели две прошло. Он говорит, когда же начнется хорошая жизнь? А посчитайте сами, если за нас, за нами миллионы грехов, если вам нужно искупить это за две недели, разделите миллион грехов на 14 дней. Сколько вам в день получать по ушам? Да на вас просто слон наступит, и вас не будет. Потому что если хотите искупить это за две недели, вас и раздавит карма. Поэтому крестная сила, она очень разумно действует. Она старается человеку дать именно ту порцию, сегодня, завтра, послезавтра, чтобы он выдержал. И все-таки в какой-то из этих дней он что-то понял, что ну перестань ты вот это вот делать, перестань ты себе устраивать плохую жизнь, научись жить правильно. Ради этого приходили пророки один за другим.
Ради этого пришел и Сын Божий, и все одно и то же. Не может от Бога быть посланец, который говорит противоположное другому пророку. Не может быть. То, что у нас говорят, им пророк говорил одно, другое, третье, это все люди вывернули наизнанку. Кроме этого, переводы плохие, толкователи и так далее. А на самом деле от Бога может быть только одно. Люди, перестаньте вредить сами себе. Если вы чуть-чуть поумнеете и возьмете то, что вам принесли эти знания, научитесь жить так, у вас прекратятся и болезни, и вот эта вздорная жизнь, и войны прекратятся, вы будете жить хорошо. Но если вы не хотите, исходя из свободы воли, живите как хотите. И получайте свое. Ну, как там по-немецки звучит каждому свое? Там ist sein. Jedem das sein, да? Вот, поэтому это и в Божественной комедии написано было, эта фраза. Потом его где-то в Бухенвальде, по-моему, взяли. Вот, действительно, это другая интерпретация фразы, что посеял, то и пожнешь. Каждому свое. Свое, то есть мое. Не чье-нибудь. Абсолютно четко, когда человек в этой жизни страдает, ни один чужой бес, который от другого, никогда его не коснется. Закон за этим строго следит. Коснутся только все те бесы, которые вы когда-то породили. Без зависти, без ревности, без уныния, там, без обиды или раздражения и много разных других интерпретаций и комбинаций. Это все человек оставил. И я в свое время начал, когда отслеживать, когда вот стал выполнять, там, ты должен светить праздничный день, я стал просто наблюдать за собой, что я делаю даже не через неделю, а вот каждый день. Вечером сажусь, думаю, так, было это, мне там за рулем нервничал, ездил, кулаком грозил кому-то, это делал. И эмоции были, да, шипел там на кого-то. Было. Посчитал, думаю, раз, наверное, 35-40 это точно было, может быть, что не помню. Вот 40 раз это сейчас, это умножить на 365 дней в году и умножить на сознательный возраст, сумасшедшая цифра получается. Это сотни тысяч, это я еще, может быть, к себе так хорошо это отнес, а может быть, их в 2-3 раза больше. Вот, и думаю, я далеко еще не самый плохой человек. И вот это все за нами тащится, составы, вагоны и составы с грехами. И все они над нами висят и требуют искупления, никуда мы от них не денемся. Весь этот поезд пойдет через нашу судьбу. Единственный выход какой? Добровольно это искупать. Если ты не хочешь добровольно искупать, тогда попадешь куда-нибудь под удар ИГИЛ, или в самом ИГИЛ погибнешь, или на пароходе утонешь, или на самолете разобьешься. И то, что сейчас происходит, и все больше и больше в нашей жизни присутствует смертей, ужаса и потерь, это на нас идет прошлое. Вот и все. Вот хотелось поговорить о заповеди, которая касается зависти. Не пожелай скота, двора, имущества другого. Вот зависть отличается от желания «я хочу иметь это». Это нормальное желание. Если вы видите красивый дом, вы видите хорошую семью, где отношения прекрасны, видите, как дети резвятся, и вам хочется так тоже вот присоединиться к этому и участвовать в таком. Мы хотим все этого. Это нормально. Зависть немножко другое. Зависть – это так примерно по-простому. Если у меня нет вот этого, то что у них есть. Я хочу, чтобы у них этого тоже не было, если у меня этого нет. Я очень хочу. Очень. Это форма. Форма, разрушающая благополучие других людей, кому вы завидуете. Вот и все. И вот это уже грех. Желание хорошей жизни и какого-то имущества или чего-то хорошего, в этом нет греха. Но пожелание в чей-то адрес встроить форму, это и есть зависть. Она очень разрушительна. Как в сторону тех людей, которым вы завидуете, также через какое-то время сторится, она на вас падает. И очень тяжелыми неудачами иногда. Может, сначала небольшие намеки, перестань так делать. Нет, тогда начинает судьба валиться. Вот. Зависть, она, сами понимаете, многолика. Это не только имущество там, вот видимое. Это слава человека, если он известен. Это его какой-то профессионализм. Это может быть, ну, скажем, красота там женщины или мужчины, хочу такую же жену, вот хотел бы ее оттяпать, но любой ценой. Значит, надо интригу какую-то провернуть, чтобы их рассорить. Или
этому мужчине подсунуть любовницу, чтобы они как-то так потом это сфотографировать и каким-то образом озвучить, все у них там развалится, и тут я в белом фраке с блестками, я, возьмите меня. Вот эти интриги сплошь и рядом тоже, пожалуйста. Это касается и разрушения пары, это касается отнимания имущества, когда интригуют лжесвидетели на суд или каким-то образом покупают нотариусов, там, адвокатов, и все главное, что вот собрать кучку, какую-то банду, можно прямым текстом сказать, и наехать на того, у кого что-то есть. А тот послабее, у него таких связей нет, мы его съедим. Это тоже сплошь и рядом происходит, просто видимо уже все там и там и там и там, и никто не стесняется это делать. А в итоге, в истоках, что лежит? Зависть. Я хочу это. Мне вот этого мало. Мне мало иметь миллион там, валюты. Мне мало и миллиарда, потому что я вижу, замки такие строят уже. Там миллиард стоит здесь, в Испании купил, в Финляндии купил, и в Америке уже у меня счет есть, и в Швейцарии. Вдруг там кто-то украдет или там каким-то отнимут, на Кипре уже отняли. Давай мы туда и сюда вот разложим, как, знаете, как крыса, которая прячет сыр под каждой этой самой щелочку. Вот такая вот, как это называется, крысятинка вот такая вот. Это все вот от зависти, от страха, что потом ничего не останется, а вдруг меня там снимут с этого поста, где я могу грабить и брать взятки. А потом что делать? А что делать? Я ведь знаю, что рядом такие же волчищи, как и я, и они ждут, как меня, только улыбаются, только зазеваешься, тебя съели, и будет другой. Давай деньги, пока я на этом месте, пока я могу. И вот эти правят это все людьми, правят. Вот это все зависть, это все тщеславие, потому что я хочу на фоне всех остальных выглядеть такой глыбой, таким сильным, а вот чтобы видели, что я такой, я еще как скорпион, хвост задеру, я всех там это, как грозно это, в походке даже меняется, что-то такое надвигается, вот эта дутость какая-то, на самом деле такая мерзость, такая пустышка, вот, ну, ничтожество идет, вот разодетое там и так далее, с грозными глазами, а так посмотришь, как рентген, там и человека-то нет. Вот, но опять же говорю, я рассказываю это немножко так, может быть, с экспрессией. Но у меня к этим людям даже претензий нет. Почему? Я уважаю закон выбора. Они выбрали быть этими скорпионами. Или там крысятинкой. Ну и пусть. Какая разница? Но они выбрали, они свой путь продолжат до какой-то степени, до какого-то рубежа. А наша задача идти вверх. Как это есть пословица восточная. Собаки лают, а караван идет. Наш караван должен двигаться правильно и быстро. А уж как вокруг, чтобы ни происходило, как-нибудь выдержим. Потому что все, что на нас обрушивается со стороны этих темненьких личностей, мы должны пережить. Это наша карма, мы ее заслужили. То есть они в конечном итоге обслуживают нас, участвуя в процессе искупления. Это тоже полезно. Все полезно для нас в жизни. Поэтому жизнь клясть не надо. Никакой почвы для уныния нет, для обид, для... Там раздражение, это всего лишь навсего возврат нашего прошлого. У всех абсолютно, там 7 или 8 миллиардов людей, лезвие происходит одно и то же. Закон универсальный для всех. Это подрыв какой-то внутренней вот этой претензиозности ко всем. Вот когда у меня это случилось, я был настолько рад, настолько успокоился, думаю, все, что даже несправедливо, вот видишь, есть судья, я четко знаю, что он в конечном итоге... накажет тех, кого надо наказать. Вот. А пока не наказанные, будут давить тех, которые еще более-менее нормальные люди. И будут заставлять их смотреть туда. Они свою такую функцию выполняют, козлище. Они бодают овец, чтобы овцы наконец перестали заниматься поиском там травки вкусной или там желудей собирать. А вот посмотрите туда, спасение ваше там. Ибо вы дети неба, а не дети земли. А земля, вы на земле представлены только телом, материей, а вы нематериальны, вы духовны, и дух ваш вечный, и дух по природе свет, а вы поддались вот этой темной стороне, и сами себе глушите, и все свои эти миллионы лет уже на земле вы себя уничтожаете. Никому вы не можете навредить, кроме самих себя, да еще природе, животным, растениям, то, что вы отравили воздух и воду, за что и несете ответственность. Какая еще заповедь не рассмотрена? Что еще есть? Не укради. Не укради. Ну, вот я говорю, они заповеди переплетены, что... Не лги. Да, не лги. И не лжесвидетельствуй. Вот, не укради,
Там тоже говорит, что вы можете украсть какое-то имущество и возмущаетесь, когда что-то кто-то крадет. Но вы же можете, скажем, плагиат, как называют, так называемый, можете воспользоваться чужими трудами, выдать их за свои. И у меня в свое время был такой интересный момент, когда лет 10 назад один человек, он лидер одной такой полуэзотерической организации или движения в одной из областей России. Он взял мою информацию, тогда видеокассеты такие были большие, и в своей группе начал выдавать это за свое. То есть он вечерком послушает, а днем начинает им проповеди, их не так понравилось. Вот об этом ребята узнали, говорят, вот этот человек вот так себя ведет. Надо же ему сказать или вообще им открыть глаза, что это не его, это ваше. Я говорю, зачем? Ведь он несет те же слова, пусть если он их передает правильно, люди слушают, им это нравится, нравится. Значит, движение слова есть, есть. Мне абсолютно как бы все равно. Я говорю, придет момент, когда все будет поставлено на свои места. Оно так и произошло. В течение полугода человек пропитывался этой кассетой, говорил, говорил. А потом эта кассета в нем вызвала такое, что он пришел ко мне и покаялся. Простите меня, я вот вашими этим воспользовался. Потому что безнаказанно вот это вот все. У него вот это... Он говорил, говорил, а у него это проснулось. Потому что он, когда много говоришь... Правда, я имею в виду, тогда это правда начинает из тебя выдавливать что-то такое. Вот. Я говорю, всегда я доверяю крестной силе, доверяю свету, доверяю провидению, оно намного мудрее меня. И пусть оно меня ведет по жизни, и что бы ни происходило вокруг, главное, будь честен. Но ты говори то, что ты знаешь, в чем ты уверен. Передавай опыт. От меня больше ничего не требуется. Но здесь за собой следи. Вот. И вот именно не укради интеллектуальное имущество. Это доброе имя, еще раз говорю, это доверие. Это дружба, которая между нами иногда возникает, и потом начинается предательство. Это тоже вы крадете друг у друга хорошее, доброе, уничтожаете это. Вот здесь как раз она как бы стыкуется, и не убей, и не укради. Я говорю, все переплетается. Если не лжесвидетельствуй, то это тоже происходит от зависти к, опять же, к имуществу, к красоте. Хочется кого-то оболгать, потому что ну, надоело, мне рядом ходит вот, вот что-то такое, что мне вот не хочется, чтобы он ходил такой, чтобы тут я был первый на этом горизонте или на рынке невест в нашем городке. Вот помните, как это зеркальце? Кто на свете всех милее? Если кто-то милее, чем я, все, начинается в сказках очень много таких вещей, которые говорят как раз об этом, что люди начнут ненавидеть, просто потому что ты в чем-то превосходишь своего ближнего, во внешности, в имуществе, даже не всегда в этом, а просто в умении одеться. Может быть, у человека в 10 раз больше денег, он не умеет одеться. А вот ты умеешь, взял там простенькую вещь, немножко ее что-то сделал, одел, все, человек спать не будет. Ну, это все из личного опыта. Я вижу это, люди, которые ко мне обращаются, я вижу, как это происходит, обмен этими любезностями, в кавычках, между разными там, гражданами. И лжесвидетельство, оно возникает, опять же, источник, зависть и тщеславие. Тщеславие порождает зависть. Зависть – это пружина, которая начинает атаку против кого-то. И потом мозг уже начинает конкретно реализовать это все. Каким образом? Сделать так, чтобы этот человек перестал иметь то, что у меня нет, или перестать быть таким красивым, или оболгать его так, что он при всей своей красоте его будут все презирать. И все, начинается интрига. И опять же, где движущиеся пружины? Тщеславие и ревность. А вернее, тщеславие и зависть. Бывает и ревность. Мстительность отсюда возникает. Потому что ревность, она тоже имеет две стороны. Это страдание по поводу потери любимого или любимой. А вторая часть – попытка так жизнь отравить своему любимому, бывшему или тому, или той, кто значит, пытается увести. И вот начинаются опять интриги, начинаются замыслы, которые реализуются. Это уже мозг работает. Каким образом устроить ситуацию уже? Уже планирование начинается. А исток опять – очаг помыслов. Почему Иисус говорил, держите очаг помыслов в чистоте?
Если у вас он не будет чист, тогда у вас и мысли начнут постоянно вот искать, чтобы такое отвратительное сделать. Как уж опокляк. Хорошими делами прославиться нельзя. Вот. Поэтому все вот живут как шапокляки. Попытка вот так и так и так. Ну, по заповеди, мне кажется, если у человека есть желание, скажем, больше такой и последовательно знать, вот книга «10 заповедей, разъясненных Абдрушином», пожалуйста, в интернете есть, в магазинах некоторых есть. Приобретайте, читайте, слушайте, вникайте. Хотелось поговорить немножко о молитве «Отче наш». В самой молитве, можно сказать, о сокращенной Евангелии, даже забегая вперед, могу сказать фраза: «Прости нам, Господи, как и мы прощаем должникам своим». Много, вы знаете, людей, которые искренне всегда прощают? Наверное, нет. А вот молитвы читают почти все. И получается, что когда человек говорит Богу: «Прости меня, как я прощаю должникам своим», фактически он Богу врет. И вот с этими нечистыми внутренними такими, как этими, посылами, он смеет Богу вот это все говорить. Это кощунство страшное, поэтому помните об этом. Почему начало молитвы «Отче наш, сущий на небесах», когда вы это произносите, у вас должно возникнуть ощущение того, что это некое такое величие, это свет, и мы подчиненные существа, мы должны полностью разоружиться. Как вот мне нравится картина Рокуэлла Кента, называется она «Это я, Господи», стоит на коленях. Вот такое грубое существо, мужчина. И вот картина называется «Это я, Господи». Вот такой обрубок весь. Ну, вот это не самоуничижение, что я никто, я раб, это все извращение. Нет. А именно то, что вот какой я есть, вот перед тобой открыт, вот, знаете, как все вот так. Вот если вы умеете так быть, потому что мы во многом неправы, и к ступеням престола Божьего приближаться нужно с чистыми намерениями внутри, чтобы было чисто. Смысл молитвы в том, что если вы не будете искренне, вас просто никто не услышит, вы даже не подойдете близко к тому порогу. Если говорить языком физики, там очень быстрые волны, и они на дальних подступах остановят лжеца, лицемера, ничего не получится. Только на вас пойдет еще одно обвинение, что вы опять попытались лгать Богу. Вас никто близко не подпустит. Молитва – это очень строгая вещь. Это не просьба, это в какой-то степени декларация своего смирения, своей искренней веры и так далее. Я такой вот. Можете так, пожалуйста, начинайте. Только тогда вы как бы к престолу Божьему подходите. А дальше что? Начинается разговор, когда вы: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да будет воля Твоя». Каждый раз, когда вы это произнесете фразу, ее надо душой читать и переваривать себе, переживать. Только в таком случае вы начинаете постепенно фраза за фразой приближаться. «Да придет царствие Твое на земле, будет Твое царствие Твое на земле, как и на небе». Вот, то есть получается, что я зову это царство на землю, и я буду делать все, чтобы это царство здесь состоялось, все, что сделаю, все, что могу от себя. Это вот как бы такая вот от человека декларация, и должна быть искренне от души. В таком случае дальше начинается: «Хлеб насущный нам, дай нам на сей день». Что мы просим? Мы же просим больше света. Вот. Люди много что просят, но у меня всегда было, мне не хватает света. Я хочу, чтобы этот свет, скажем, высветил мои неправильности быстрее. Я не настолько, скажем, сильный христианин, я начинаю работать в духе, но мне нужно высветить то, что я еще не вижу. Ведь мы не сразу можем в течение там, год, два, три, сразу в себе все понять. Это довольно долгий процесс. И вот молитвы как раз в этом помогают. То, как прожектор тебя высвечивает, и ты начинаешь чувствовать свою корявость. У тебя вот здесь не все в порядке, вот здесь не все в порядке. Значит, надо с этим работать, надо обострить внимание именно вот над этими своими ошибками. Вот эта помощь тогда идет. Потому что просить каких-то там: «Дай мне то, дай мне все», это надо заработать. Перестань враждовать с Богом, перестань враждовать с собственной душой. И постепенно, постепенно придет именно то, что тебе положено. И хорошее придет, дождись этого. Может быть, судьба личная и изменится в лучшую сторону. И как-то попроще будет немножко зарабатывать на хлеб насущный и так далее. Главное, ты должен это заработать. Поэтому сразу вот как минуя
вот эта часть, когда надо мне отработать и сделать, и искупить, не надо, мне дай сразу вот это, готовенькое. Это неправильно. Поэтому просите света. Свет высвечивает ваши ошибки, вы их убираете, и тем самым, убирая ошибки, вы становитесь светлее. И тем самым вы идете на пути, приближаетесь к свету. И свет, если увидит эту последовательность и регулярность, тогда у вас начнется постепенное улучшение судьбы. Потому что, помните, не ищите во что одеться, чем питаться, так поступают язычники. А ищите Царство Небесное, остальное все приложится. Ибо Отец Небесный знает все ваши нужды. Но не положено, если вам, ну никак не получите. И вот это вот требование, ожидание, в этом есть гордыня. Когда? Я такой смиренный, я такой, когда будет вот это хочу. И погляну, я же добрый был, 6 раз милостыню не давал за неделю. Там это сделал, помог бабушке через дорогу перейти. Ну, отче наш, когда? Я так немножко утрирую это все, но примерно это чуть-чуть сократить, как экспрессия. Но так вот часто и требования уже заложены. Дай. И далее есть фраза. Да, вот возвращаясь, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам своим, мы должны действительно научиться прощать. В прощении заложено искупление наших грехов. Единственный способ искупить грех – это научиться прощать всех людей или всех ситуаций, которые нам преподносит судьба. Почему? Учитывая, что мы нагрешили, в любой ситуации это есть попытка с закона дать нам возможность искупить, шанс. И если мы это в смирении приняли, то есть без злобы, без раздражения, без обиды, без уныния, следовательно, мы согласны с наказанием. А повинную голову меч не сечет, помните? За это мы уважаем закон де-факто, а не де-юре на словах. Все знают эту фразу, что сеешь, то и пожинаешь. Все знают эту фразу, прости нам, Господи, как, прости нам, как и мы прощаем должникам. Но вот прости-то, ну то нам да, а вот прощать-то мы не умеем. И никто не объясняет человеку, что в прощении это все. Именно здесь, да, говорят, надо прощать, надо вот быть таким-таким. Но эту логику, что между прощением и вашим грехом взаимосвязь никто не объясняет. Почему? А потому что почему-то церкви на себя взяли право отпускать грехи. Если рассказать правду, даже вот в молитве Отче наш, что заложен этот принцип прощения греха, тогда получается, что они лгут, естественно, тогда начинают интерпретировать это по-другому. Понимаете, что происходит? Защищая собственный корпоративный интерес, больше там ничего нет. Поэтому люди, ходящие на прощение грехов, ни одного греха, ни одной пылинки, ни с одного христианина никогда не было снято. Это ложь. Если человек думает, что он от имени Господа Бога может кому-то отпустить грехи, значит, он ставит себя выше закона Божьего. Закон Божий работает автоматически, без всяких посредников. Так же, как и раньше. И до Христа это все. Закон от сотворения мира действует. Как только возник закон, что посеял, то и пожнешь, миллионы лет назад. Так же пришло и знание, прощайте, прощены будете. Они просто по-другому и другими пророками говорились. Это все было одно и то же. Поэтому, а как же грехи-то отпускались до священника? Ну как? Понимаете? Ага. Когда они начинали, христианские священники, начали вот этот процесс? Да тоже не сразу. Это не в первые века христианство пришло. Это в какие-то средние века, ранние средние века. Надо было заполнить как-то пустоту вот эту всю, что надо же людям что-то полезное, надо вот так, давайте будем прощать. Когда-то это было придумано и сотворена эта самая, наверное, страшная ложь. Потому что человек, желающий стать безвинным перед законом Божьим, перед волей Божьей, он искренне думает, что у него это снимает с него. Но в данном случае, если мы страдаем за грехи свои, тогда вместе с прощением грехов должно наступить мгновенное здоровье и удача. Правильно? Тебе не за что отвечать больше. По счетам все с тебя смыло. И кровь Христа с тебя все смыло, как говорят. И крещение с тебя все смывает. Да еще и батюшка наложением там. Все снимает с тебя. И где такие люди искупленные? Я их чуть не вижу. Они так же, как до прихода туда страдали, до отпущения грехов. Они точно так же продолжают страдать и уходя оттуда. Единственное, не хватает, может, минут на 5-7 улыбки. Я безвинный теперь хожу. Вышел, а тебе бах опять по жизни чем-то таким. Раз тебе ребенок такое натворил, или тебе на работе, или еще что-нибудь, или тебе пенсию
пожилой бабушке не отдали, или обворовали, или что. За что, Господи? За грехи твои, так меня только что искупили все. За что? Жизнь-то не меняется. Называется это плацебо, пустышка. Вот. Поэтому, говорю, это настолько развращающая ложь, это самая страшная ложь, что миллиарды людей идут вот за этой ложью. Миллиарды. За ложью. Ну, может, я хватил лишнего миллиарда, но сотни миллионов точно. Потому что христиан где-то, ну, может быть, миллиард с чем-то католиков, где-то 200-300 тысяч, ой, миллионов православных и протестантов там какое-то количество. Ну, может, 1,5 миллиарда, может, чуть больше, не знаю. Но факт тот, что как раз вот именно этот момент поставил человека перед фактом, что можно быть лентяем. Главное вовремя ходить регулярно на отпущение грехов, все будет хорошо. И спокойно ждать второго пришествия и суда. Все будет нормально. Авторитет церкви, если что-то и когда-то скажет, это не я буду отвечать, это будет отвечать церковь. Что она лгала. Да ничего подобного. Каждый лично ответит по своему досье. Никуда вы не денетесь. И кивать на то, что они там неправы были, это в расчет не принимается. А где была твоя душа? А зачем тебе дали мозги и волю? А тебе сказали, ищи и обрящешь. Помните эту фразу? Вот. Многие понимают, что они столкнулись с ложью, но не имеют смелости опрокинуть эту ложь и вступить на нормальный путь. Как видите, попытка идти своей дорогой, сразу получаешь клеймо «сектант». Вот. А что такое секта? Это какие-то таинства, это признаки секты, это то, что позволено, скажем, руководителям, не позволено пастве. Они как бы сразу отделяются. Мы в таинствах находимся, мы рукоположенные, а вы нет. Я вспомните, раннее христианство было такое? Нет. Что Иисус сказал? Вот вы теперь от меня получили, и только вы теперь будете передавать из ручки в ручки, из поколения в поколение. Нет, это возникло спустя там, какое-то время, после того, как вот это как бы сошествие Святого Духа на апостолов было и так далее. Мы об этом говорили. Вот. И люди в гордыне все посчитали, только персонально для них, и только они теперь имеют право быть священниками, только от них там епископ или два или три епископа собираются и епископа назначают, только мы троем можем дать епископат какому-то другому. Епископ, кстати, по-гречески «смотрящий» переводится. Вам ничего не напоминает? Поэтому, конечно, очень много полезного делают в храмах люди и очень много порядочных и честных людей. Разговор не о том, что они какие-то такие-то осики. Я никого не обвиняю, потому что я должен говорить правду, иначе какой смысл вообще говорить? Говорить правду, в чем ложь и в чем правда. Поэтому возвращайтесь к первоисточнику. Иисус сказал, если любите меня, выполните мои заповеди. Это моя наивысшая заповедь, возлюбить Бога своего и так далее. Любить Бога можно только выполнять заповедь, и другой любви не бывает к Богу. Это не я говорю, это Иисус сказал. Если любите меня, выполните мои заповеди. Кто не выполняет моих слов, меня не любит. То есть не выполняя заповеди, Бога не любите. Иисус говорил, я и Отец едина суть, вы Бога не любите. Своими грехами вы четко расписались, каждый день расписывать. Не любим Бога, не любим, не любим. Ходим в храмы, постимся и так далее. Мы сказали, что нормально. А Бог как говорит, не любите, не любите, не любите. Как бы в одном фильме недавно смотрю, как один американский фильм какой-то. А я, говорит, в Бога не верю. А ему говорит, а в Бог тебя тоже в тебя не верит. Кому ты нужен? Он пузырится вот на пустом месте некто. Ну, не надо, кому ты нужен? Не веришь, ладно, и Бог в тебя не верит. Вот. Поэтому сам человек своим неверием отрезает себя как от жизни. Потом удивляется, почему так плохо живется. И тут у многих людей ни деньги не спасает, ни слава не спасает, ни все, что они имеют, они вот эту пустоту-то чувствуют. Чувствуют, что вот что-то не то, все есть, а вокруг дети, которые ждут, когда ты умрешь, чтобы за твое состояние забрать и воспользоваться, хотя они никакого участия в этом не имели. Почему я должен это отдавать? И вот начинается грызня между детьми, кому больше достанется. Это что, счастливые семьи? И родители эти богатые это все знают. Что вместо любви идет вот такое меркантильное поражение вот внутри этой любви, ее просто нету там, на другом все замешано.
Это несчастные люди в какой-то степени, потому что у них шансов-то нет. Помните про эту булавочную и верблюда, который не может пролезть. И вот последняя фраза. Отче наш, молитва, последняя фраза. «Не введи во искушение, избавь от лукавого». Вот и есть интерпретация одна. Но у меня тоже возникла когда-то еще до этой книги. Потому что я читал и думал, как же так, в Библии написано, «Отче наш, не введи во искушение и избавь от лукавого», а где-то через 2-3 страницы написано, «Бог никого не вводит в искушение и не искушается злом сам». Противоречие двух фраз. В одной «не введи, Господи», а в другой «Бог никого не вводит». Что для меня? Опять же, я запряг и голову свою, и как бы молитву прочел, и мне как показали, что неправильный перевод. Неправильно выбрана смысловая нагрузка, что ли, как это называется, семантика. И мне почему-то пришло вот слово «отведи от искушения, избавь от лукавого». В этом есть прекрасная логическая конструкция. Избавь от лукавого, то есть избавь от черта, который меня достает. Но нет у меня силы с ним бороться. Вот меня бьет и бьет какая-то ситуация постоянно. И я прошу, отведи от него, отведи от этого искушения. Я еще слабый христианин, мне нужна помощь. Вот в чем смысл-то этой фразы. А не введи в искушение, получается, что Бог мне этого черта и подсылает. Что меня долбил, долбил и долбил. В какой-то степени логика тут есть. Почему можно так подумать? Потому что все, что на нас падает плохого, это наша карма. Это наше прошлое бьет. Это закон нам возвращает. Вот, но с другой стороны, не Бог же посылает черты. Мы сами на себя навлекли беды. Я что сею, то и пожинаю. Кто сеял? Бог сеял? Нет. Сеял я. Грехи творил я. Поэтому по закону они ко мне и возвращаются в виде таких неприятностей. Вот поэтому я прошу пока, Господи, я не могу сразу разгрузить все это. Дай мне время. Дай мне терпение. Я хочу идти и продвигаюсь вперед. Но мне вот этот шаг дается с трудом. Отведи хоть на какое-то время. Тут есть смысл попросить помощи. Понимаете, в чем дело? Хотя вот в этой книге написано, что искушение именно как бы отведи от неправильного пути меня. Там, ну, в принципе, это то же самое, только разная текстовка. Видите, как о молитве можно поговорить много. Она очень емкая, в ней заложено все, что человеку нужно. И принцип прощения греха, а ведь это один из важнейших элементов. Без этого невозможно движение вперед. Когда наши грехи все при нас, начало движения очень тяжелое. Потому что сдвинуться с мертвой точки, знаете, если на момент инерции называется, толкнуть какой-то груз в первую очередь очень тяжело. Когда он уже поехал, уже полегче толкать, этот момент инерции преодолеть. Вот человеческую лень, человеческую инертность надо преодолеть, свою я имею в виду. Когда у вас это получится, вот тогда вот на пути могут встретиться какие-то препятствия, какие-то тяжести, вот тогда просите. Естественно, что это не должно быть каким-то, вот, Господи, помоги. Может, это ты сам-то что-нибудь делаешь? Делай сам. Просить, я тоже очень редко прошу, я, может быть, там раз в 3 года у меня молитва рождается, когда я, ну, очень тяжело, я говорю, если есть возможность, если нет, я буду продолжать так. Не положено, значит, не положено, значит, надо перетерпеть. То есть я не требую. Есть возможность помочь, нет помощи, не надо. Буду дальше двигаться. То есть я приму все как есть. Вот. Потом скорость движения очень важна. Учитывая, что видите, как быстро на Земле развиваются события. И я все время, когда разбирался в этих принципах, это тоже принцип. Не только правильно идти, но и быстро. А почему? Представьте себе пологий холм, по которому мы миллионы лет бы шли к свету. Но мы же проигнорировали все свои прошлые жизни, толком ничего не делали. Несмотря на то, что приходили какие-то посланцы, мы проигнорировали. И вот сейчас, скажем, высота, которую должна была взять по пологой линии, она, мы просели внизу. И у нас это как вертикальная стенка. Вот, попробуйте на нее залезть. Надо быстро лезть. Да, ногти обдерешь, да, тяжело, ссадины будут, и все, но надо быстро. А скорость высокая зависит не только от вашей воли и терпения, она зависит еще от вашего прошлого.
Я уже говорил, что искупать очень много нельзя, больно будет, очень тяжело. Свои какие-то порции надо принимать, как они есть. Какой бы день ни был, значит, мы положим. Но это позволяет вам делать следующие шаги, что тяжесть уходит, значит, ваша гиря становится меньше, значит, движение может быть быстрее. Поэтому здесь вот как бы слагаемые успеха, слагаемые скорости движения. Искупление, а это значит смирение, должно быть регулярно. То есть, если смирение всегда есть при вас, значит, быстро идет разгрузка. Значит, один элемент у вас получается. Второе, цель. Если вы цель имеете главную душа, и если вы это не декларируете, а у вас это действительно искренне так, тогда вы соблюдаете то, что вам Иисус говорит, где богатство, там и сердце. Тогда вы все свои силы бросите именно на обслуживание этой цели. А остальное же как даст Бог, как даст провидение. Для меня главное вот это. Следующая, опять же, скорость, терпение. Это же не наскок на день, два, три. Это постоянно нужно. И воля, и терпение. Это те инструменты, которые мы должны использовать в продвижении. Вот. А смирение, оно нас разгружает. Вот получается, первое, номер один, вера. Вера – это открытые врата вверх. И тогда крестная сила с вами. Если вера, опять же, искренняя, а не рассудочная. Второе – цель искренняя. Третье – воля и терпение. И четвертое – смирение. Любой из этих элементов, если отсутствует, у вас там вал. Понимаете? То есть невозможно здание построить без какого-то силового элемента. Забыли что-то сделать – все рухнет. Ну вот мы обсудили бегло так суть заповедей и суть молитвы. То есть, ну, немножко, скажем так, прокопали в глубину. И, может быть, я, скажем так, время надо побольше было потратить, но мне кажется, что и вы должны тоже поработать в этом направлении. Почитайте эту книгу. В каждой жизненной ситуации попробуйте вспомнить, какой-то заповеди касается. То есть, надо помнить, что победа над нашими ошибками лежит через осознание законов, заповедей, их сути, осознание молитвы, и тогда у вас будет получаться. Почему я в этом уверен? Потому что у меня победа именно была не потому, что я какой-то там великий или у меня 7 пидей во лбу. Нет, я такой, ну, средний, обычный человек. Единственное, что я попросил помощи искренне, и, говорится, от первоисточника пошел, и опыт приобретал, опираясь как раз на знание законов, что вот, скажем, что посеял, то и пожнешь. Да, все мы знаем этот закон. И даже верим в него. Но, соответственно, тогда это, если в глубину этот закон рассматривать, то мы должны отвечать по счетам. То есть признание, что если судьба нас бьет, мы это заслужили. То есть одно дело прокручивать это в сознании, фразу, а другое дело этой фразой жить. Потому что как только мы ее поднимаем в душу и начинаем душой осознавать, переживать ее душой, у нас все становится ясно, что не на кого нам валить вину, мы сами виноваты. Видите, в чем дело? Поэтому у нас многие люди на земле это все знают. Они чуть ли не изусть некие Библию знают или какие-то другие религии. Но не в этом знании, вот не в этом дело. А нужно глубже осознавать это духом. Это все пророки Иисус Христос это требовал. А это требование и от книги, которая идет от Сына Человеческого, и передача через Оскара Эрнеста Бергарта, вот она, новая Евангелие, которая обещана была миру Христом. Он сказал, придет еще одно Евангелие, и будет проповедовано всему миру. Вот. И во время, и потом, говорит, и будет суд. То есть в логике, как это понимать? Евангелие переводится «Ева», и «ангел» — это слагаемые два, комбинация. Ева – это жизнь, ангел – вестник. То есть весть от жизни, весть от Бога. Потому что прежде всего, чем начать суд над людьми, людей нужно еще раз предупредить и вернуть их к истокам. Что христианство не совсем такое, как его вам преподносят. Вот поэтому второе Евангелие, если его провозгласил Иисус Христос, он знал, о чем он говорил, что оно крайне необходимо людям. Нужно вот эту всю шелуху, которую люди навернули на Слово Божие, это все нужно отбросить, рафинировать, очистить. И в Библии все это можно найти, но Библию надо читать уже чистыми очами.
пока грехи есть, эти бесы не дают нам правильно понять Библию. Вот в чем дело. А когда эти бесы исчезают, у тебя появляется ощутительная способность отделять зло от добра, ложь от правды. И вот когда у меня это стало появляться, я вдруг стал чувствовать, что некие фразы Библии, они ко мне входят, и мне очень радостно от них. Такое ощущение возникает любви, такое вселенское какое-то объяснить, это сложно, ощущение. А некоторые фразы просто мне противны. Потому что это ложь, так не говорил Иисус, так его неправильно интерпретируют. Поэтому душа начинает все это отсоединять. Но для того, чтобы эту душу иметь, надо много что в себе победить. Это не сразу приходит. Нужны годы и годы для того, чтобы привести душу к этому ощутительному осознанию. Тогда у вас появится, как образно говоря, сканер, который будет разбираться, где, что можно брать это зерно, а что сорняки, это все отбрасывать надо. Вот поэтому, если вот к этой книге обратиться, то книга, она дана нам как предупреждение и подтверждение фраз Христа, что вот это Евангелие уже по всему миру давно идет. Это еще в середине века 20-го появилась книга, где-то в 30-х, в конце 30-х годов. И даже раньше некие переводы в Германии были. А потом она все дальше и дальше пошла. В России она стала появляться, по-моему, в начале 60-х годов. Первые самиздатовские еще были. А уже я, скажем, получил тогда, когда мне пришло вот это осознание, что я должен меняться. Прошел какой-то период, вот где-то год-полтора, когда я самостоятельно шел. И вот эту книгу, когда мне подарили, она мне просто даже в руках, вот ощущение. Я очень предвзято отношусь к литературе, такого толку, очень много лжи, к сожалению. Вот. Но когда я ее взял, у меня было вот ощущение такое, сначала такая опаска, это бдительность, что за идея здесь. А потом, когда я стал так немножко проверять, у меня такое ощущение какой-то радости пошло, наполненности, покоя. Это тоже вот сложно передать, ощущение его в словах описать довольно трудно. Особенно и люди, которые никогда не испытывали. Это все, что говорю, кроту объяснять, что такое голубой цвет. Сложно. И вот, когда это произошло, я стал читать, тоже очень предвзято, вгрызаясь в каждую фразу, я искал ложь. И, в принципе, некоторые вещи мне были не сразу понятны, но потом, когда ты начинаешь, опять же, душой работать, стало получаться. И потом я прочел где-то уже к концу книги, что эта книга не для лентяев. Она, скажем, как полуфабрикат. Вы должны уметь разжевать этот текст. Там зарыто очень много и многослойно. Вы не сможете сразу взять все. Вы можете взять, исходя из вашего сиюминутного сознания, первый слой. Если вы будете продолжать движение в духе, то есть убирать грехи, вы сможете взять более глубокий слой. Если вы еще дальше будете продолжать, будет вот так все время новое, новое, новое. Эта книга бездонная. И автор пишет, что до конца эту книгу вы постичь сможете только тогда, когда вы абсолютно будете без греха и войдете в час, в мир светлых духов, и там вот это вот осознание, что вы в преддверии настоящих знаний находитесь. Вот что такое эта книга. Это весть с небес. И она объясняет, что автор говорит, я никакую новую религию не создаю. Кто правильно понял Христа, я ему не нужен. Я обращаюсь непосредственно к душе каждого человека. Хочешь побороться за себя, борись. Вот что происходило с вами. Вот где ваше заблуждение. Вы искали сатану где угодно, в каких-то сектах, в каких-то там магиях и так далее. А сатана сидит здесь у вас в голове. Через рассудок вас под контроль взяла тьма и держит вас уже многие миллионы лет. Из поколения в поколение, заставляя вас больше жить рассудком, а не душой. Тем самым вы находитесь как бы в рабстве. Где это такое слово есть? От Христа. Каждый совершающий грех есть раб своего греха. И вы это понимаете теперь почему. Потому что нами, если управляют ревность и страх, и обиды и так далее, мы рабы этих эмоций, они вызывают определенный настрой, и мы свою жизнь калечим, свою судьбу калечим. Мы рабы, и вот от этого рабства надо избавляться. Познайте истину, и истина сделает вас свободными от этого рабства. Тоже фраза Христа в Евангелии. По-моему, от Ивана, от Иоанна, или от Луки, от Иоанна, кажется. Все те фразы, которые непосредственно говорил Иисус, они очень емкие. Они настолько многогранны, что когда ты берешь их, но они настолько много говорят, и только вот душа, которая умеет работать,
и брать это в душу, а не вот здесь вот эти фразы сказать, она очень много от этого получает. Достаточно прямой речи Христа в Библии, выбрать ее, этого достаточно для борьбы, если ты это осознаешь. Плюс крещение. Крещение – это соединение человеческой воли с волей Божьей. Крестная сила приходит на помощь. В ответ на что? На твою искренность, на твое желание работать, на это осознание, что дальше жить в грехах нельзя. Не из страха надо идти, а из совести, когда человек становится стыдно за свое поведение. Совесть – это значит душа еще жива. Если присутствует как толкач только один страх, уйдет страх, уйдет суд, этот человек продолжать будет делать пакости и грехи свои. И Абдушин об этом пишет. Вот в этой книге написано, в третьем томе, в главе «Духовные семена». Он как бы от имени Сына Человеческого пишет. Я, говорит, пришел вам, к вам, не так свалился с небес, а я пришел к вам по вашим же путям, шел за вами следом, догнал вас и возьму под защиту только тех, которые пришли на этот путь не из страха, а из совести. А те, кто пришли из страха, это все не то. Если есть живой дух, значит, есть и совесть, есть стыд. Тогда этому человеку еще можно помочь. А все это бессовестное, бесстыдное, которое только из страха может сдержать свои пакости, это не пройдет. Это тот фильтр будет поставлен, который не пропустит эту часть населения в будущее. Но это нормально. Потому что если вы убираете свою квартиру, вы же не пустите ее после уборки сразу человека в грязную обувь, скажет, ты что? Какой смысл убирать квартиру? Поэтому, если уж Бог взялся за это дело, на земле навести порядок, вот, и воля Божия, как и в Апокалипсисе сказано, и всадник на белом коне, имя ему Слово Божие, и разит он народы земли мечом уст своих. Фраза-то какая? Что такое меч уст? Это Слово Божие, меч уст. Слово придет уничтожать тьму и всех ее носителей, всех, кто будет не согласен жить по законам Бога в том мире, который создал Бог. Он хозяин здесь, его воля управляет здесь. И то, что люди считают, что где там Бог и почему такое безобразие, можно сказать этим людям, то безобразие творите вы по свободе выбора. И время ваше истекло, потому что пришло пора наводить порядок. И постепенно порядок наводится. Все, что вот сейчас на земле творится, во всех странах практически, эти беды, это возвращение нам от нашего прошлого. То, что это сейчас очень быстро так ухудшается ситуация, это значит все больше и больше нам и быстрее возвращается прошлое. В том числе даже настоящее очень быстро возвращается. Это говорит о том, терпеть в таком состоянии население земли, которое уничтожает фактически землю с ее обитателями, нас больше терпеть никто не будет. Весь вопрос только конкретная дата, но знает только Отец, как в Библии сказано. А сроки знает только Отец, день и час. Но все признаки того есть, они описаны в Библии все, что когда будет вот это, вот это, вот это, уж не буду повторяться. Знаете, знаете, что в любой момент это может произойти. Наука тоже сигналит нам, что очень многие обстоятельства, буквально аномалии идут и в ближайшем космосе, в Солнечной системе, и поля Земли мутируют, и столько аномалий выявлено уже и так далее. В интернете это периодически появляется, то-то-то, но значит, определенная рука все время это все убирает, потому что если это все оставить в интернете, есть люди, которые совершенно четко могут эти факты отобрать, систематизировать и сказать, ребята, погибаем. Мы находимся в состоянии, когда все может лопнуть буквально в течение считанных часов. А следовательно, кому-то это не надо, чтобы народ насторожился. Вот. Я не говорю, что все будут, но та часть населения, которая оставила немножко в себе и духовности, и здравого смысла, они это поймут. А кому-то это не надо, чтобы до нас это доходило. Ну, я думаю, что мы можем поговорить и дальше на какие-то темы. Мне кажется, немножко, давайте там несколько вопросов, потому что, может, кто-то что-то не понял, или какой-то есть вопрос, который мы сегодня не осветили. Давайте, тема эта многогранная, она может 20 часов говорить подряд. Пожалуйста, да, слушаю вас. Можно украсть у человека время? Можно. Я называю их хронофаги. Потому что начинает, допустим, мне кто-то звонить. Я давно понял все. Допустим, минута изложения, что надо, а человек начинает под разными этими ракурсами это все одно и то же, вот муссировать, и в конце концов говорю, слушайте, я вас понял, ну мне вот это знаете, что такое, под видом
вот такого изложения, многословного, это всего лишь навсего попить твоей энергии. Человек, скажем, пытается на тебя сбросить свой негатив и взять что-то хорошее. Поэтому, когда вот посидишь, вот чувствует прям как напрягается поле в тебя, пытается вторгнуться что-то нехорошее. Вот я просто разговор прекращаю. Говорю, знаете, я вас понял. Если у вас много времени, у меня его нет. Вежливо, спокойно и так далее. Попытка продолжать разговор. Я говорю, извините, нет времени. Очень прошу простить меня. Вежливо, с улыбкой. До свидания. Раз и все. Потому что там ничего хорошего, вот это разговор нет. Мне излагает какие-то моменты, которые, ну, они, как яйца выеденного не стоят. Это просто попытка отобрать у тебя что-то. Не только энергию, но и время. Оно очень дорого. Кто еще? Да, пожалуйста. Игорь Николаевич, вот вопрос про мужественность. Развитие мужчины в паровой деятельности в альянсе с женщиной и развитие вот мужчины, когда он один. Именно вот по роду своей деятельности. Ну, смотрите, давайте так. Если вы читали книгу, там неплохо описано, что такое мужественность, что такое женственность. То есть у нас разные ипостаси и разные немножко жизненные задачи. Общечеловеческая задача – это вообще стать человеком в полном смысле этого слова. А человек, живущий в грехах, вообще-то человеком не является. Я в шутку всегда говорю, это полено, из которого папа Карло еще Буратино не выстрогал. А выстрогать мы должны сами. И если мы этого не делаем, так поленом и останемся. То есть по образу и подобию мы не будем. Почему мы по образу и подобию должны стать? Если начинаешь жить по закону Божьему, это есть по образу и подобию. Мы начинаем жить по закону, мы производная от Отча нашего. Как мы можем быть счастливы и здоровы, если мы живем поперек закона? Это невозможно, в принципе, в этом мире. Это мир не наш, мы гости здесь. Следовательно, мужественность у мужчины – это та внутренняя сила, это тот стержень мужской, который притягателен для женщин, потому что женщине это необходимо. Вот эта сильная мужская рука, защита от каких-то грубых сторон жизни. Вот, и женщины это прекрасно умеют читать, если нормальная женщина. Так же, как и мы от женщины ждем тот женский стержень, который это нежность, это такая внутренняя какая-то собранность, это способность понять, поддержать мужчину. Вот как бы это внешний фронт мужчина, внутренний фронт женщины. Есть такая пара состоялась, можно только, ну, скажем так, поприветствовать и пожелать им удачи. Мужчина может состояться только вот именно в служении, если можно так сказать, в первую очередь Богу и во вторую очередь женщине. Мы призваны для этого защищать. И мужчина в этом самореализуется. Защитить женщину, а это значит защитить и потомство, и сделать потомство лучше, чем мы. Это наша задача, чтобы поколение новое было умнее и духовнее, чем мы, перестало уничтожать землю. Если мы получим, у нас это получится, значит, на земле начнется эволюция, а не та деградация, которая сейчас в таком в экстренном порядке происходит все. Это задача как раз мужественности и женственности. Объединив понятия, мы можем добиться чего-то. Вот. А вот если все-таки рядом с мужчиной женщины нет, да, но собственно. Он же себя также должен позиционировать и проявлять. Тут немножко... Ну да, образ, мужчина должен всегда быть мужчиной. Поэтому рассматривать, скажем, вот идет платье, это женщина, идет штаны, это мужчина. Это неправильно. Женщины сейчас тоже многие оделись, как мужчины во многом. Дело не в этом, дело именно вот в излучении. Я, допустим, вот вижу, иногда даже не могу понять, кто идет. Женщина это или мужчина, так. Даже с близкого расстояния. Не могу понять. Существа какие-то непонятные. Не так уж редко попадаются. Если женщина идет, даже издалека вижу, что это женщина. И дело не в амплитуде какой-то движения. Хотя и движения тоже многие. А вот именно излучение. Это идет женщина. Значит, она еще это излучение имеет. А если женщина настоящая, хоть и говорят, что настоящую женщину по походке узнают, не совсем так. Походка тоже значение имеет, конечно, правильное. Но главное вот это излучение женское. И мужчина, если он духовно чувствительный, это тоже чувствует прекрасно. Ты настоящее что-то или очередная кукла разряженная, пусть даже с красивой походкой. То есть нормальную женщину и нормального мужчину не обманешь никак. Поэтому многие, к сожалению,
такие люди действительно в духе собраны, они, к сожалению, одиноки. Потому что нужен примерно равный партнер. Потому что если партнер слабее, он всегда будет доставать, никогда пара не сложится. Будет перетекание грязи из слабого в сильное звено, и никакой жизни не будет. Будет тяжело, будут тычки, скандалы. Причем тот человек, который слабый, он даже этого не видит. Он будет удивляться и обижаться. Я ничего не хочу плохого. А тот, который выше, он будет понимать, что объяснять бесполезно. Что еще? Вот ситуация, значит, я видела человека, вот не желая этого, человек не понял меня. Если я буду просить прощения, то я же раскроюсь, а вот как-то раскрываться не хочется. Почему вы раскроете? Вы можете просить прощения спокойно. Да нет, вы можете просить прощения, нормально все это. Нет, но все равно как бы чувство такое, какое-то открытие, это все равно происходит, когда просят прощения. Я это не совсем тогда понимаю, что такое закрытость. Если вы просите прощения, прощения просить нужно от души. А это говорит о том, что ваша душа должна быть открыта передать это. Я прошу прощения. Да, если вы будете закрыты, вот толку от вашего прощения никакого. Потому что искреннего прощения не будет. Ну, тогда, значит, если я не хотела человека обидеть, значит, я не должна просить прощения. Не хотел я вам на ногу наступить. Ну уж так получилось. Правильно. Не хотел я с молоточком ударить, денежки у вас забрать. Ну получилось так. Ну случайно. Поэтому, ну, немножко вопрос такой странный. Поэтому, если уж вы просите прощения, просите от души. Если вы благодарите, благодарите тоже от души. Иначе грош цена нашему и прощению, и благодарности. Понимаете, когда человек что-то натворит, говорит, ну там извини, я пошел. Как вот, что же за извинение такое? Нет, ну я ничего плохого не делала. А тогда за что просить прощения? Ну, значит, получается, тогда не можешь. Ну, это надо очень хорошо разобраться тогда в вашей ситуации. Ну, это потом. Поэтому, да, вы подготовьте вопрос. Давайте, кто еще хотел? Да. Хороший пишет, вот вы должны слиться с божественной волей, сверенной с ними, да, вот так вот как бы ощущаешь вот это вот оно, а не знаешь, вот как это будет произнести. Ощущение растет вместе с победой над нашими мозгами. Если вы сумеете поставить мозги на место, тогда у вас постепенно начинает нарастать вот эта ощутительная способность. Еще раз о физике говорю. Мозг мыслит. Наше чувственная оболочка чувствует, а дух наш ощущает. Следовательно, выпустить из чуланчика или из клетки дух мы способны только тогда, когда наведем порядок в мозгах. Мозги нам нужны, но они должны нам служить во благо, а не во вред. А мозг постоянно пытается быть вот этим узурпатором и не выпустить дух. Он хочет командовать нами все время. То есть не сам мозг, а то, что через него делает с нами тьма. Так происходит, к сожалению, повсеместно. Поэтому победить и навести порядок в мозгах – это большая победа. Без этого тоже движения нет. И то, что я перечислял сегодня, там вера, цель и так далее, вот этот вот способ, скажем так, навести порядок – это очень важно, потому что без этого тоже движения нет. Хорошо, что вопрос задали, как бы это тоже как один из основных пунктов. Так что работа вот она, методика дана. Каким образом? То есть, проще говоря, мы должны оптимизмом, пессимизм победить в голове. И все, что нам оттуда вот идет, сватывает нам неправильное поведение. Мы должны, опираясь на законы Божии, которые мы четко должны знать, логикой сказать, а я считаю, что вот так, и буду так делать. Они говорят, да нет, так же выгодно, да, пусть выгодно, но вот так правильно. И постоянно уметь заместить плохое на хорошее. И постепенно приучить мозги подчиняться душе, то есть совести и в конечном итоге воле Божией. Вот весь процесс в чем. Ну, вы понимаете, просто вот сказать, я хочу вот в воле Божией жить. Ну, можно сказать, ну, хотеть не вредно, но надо что-то делать. Нужно намерение превращать в деяние, результат. Вот как это делать, например, на работе? Вот как служить Богу? Если это же любимая работа. Вот как служить Богу? Вот в этих ситуациях, которые каждый день повторяются.
Но еще раз говорю, знание законов, хорошо знать, в каждом эпизоде, когда вы что-то делаете, вы, естественно, вы сразу не можете автоматически все правильно делать. Тогда святость просто накроет вас, и все. А нужно уметь вот именно шаг за шагом, как по-английски, step by step, да? Шаг за шагом, постепенно. Вот глаза боятся, руки делают, и вы, небольшие победы будут постепенно. Сможете, вот вы же знаете свои слабые стороны. Скажем, вы человек порядочный, честный, в чем-то сильный, а вот есть и слабые стороны. Вы их отследите, скажите, у меня вот есть, может, немножко обидчивость, немножко уныние. Значит, надо с этим поработать. И когда вас начинает накрывать уныние, вы скажите, опять я недовольна Господом Богом. Потому что уныние – это упрек Господу Богу. Жизнь плохая. Кто ее создавал? Вот дальше вам мозг не дает, кто создавал, а вы продолжите. Значит, я опять против Бога. Нельзя унывать. Вы сами строили свою жизнь. Начинает обида накрывать. Говорит, а мне надо по счетам отвечать. Не имею права обижаться. Начинает страх накрывать, и вы говорите, Бог сильнее тьмы. Бог велик, Он бесконечен, и Он творец. А это всего лишь небольшая бригада чертей, которые пытаются мной управлять. А Бог сильнее, и Он мне не даст в обиду, если я с Богом, и Бог со мной. Тогда что бояться? Начинаешь подрывать основу страха. Вот он лезет. Ну и что? Все, что со мной не произойдет сейчас, я заслужил. Пусть смерть так смерть приму. Беда какая-то, значит, я ее заслужил, я буду бороться и отодвигать. Вот именно в сильной вере победа над страхом. Это я говорю, потому что я именно страх так победил. Бог сильнее, говорю. И всегда вот какие-то моменты тяжелые в жизни, они отодвигались. Веришь, значит, будет помощь. Не веришь, не будет помощи. Именно в вере, вот, а почему-то вот страх вот очень тяжело убрать. Люди мне все говорят, не могу со страхом справиться. Не за себя, так и за детей, не за детей, так за родителей, там, за какой-то люди, руководители многие. Там, у нас коллектив, которым нужно зарплату платить, там, это вот все валится кругом, чтобы честно работать на производстве, особенно управлять каким-то коллективом, очень архисложно сейчас. Вот, я говорю, а вы верьте, и постепенно помощь вам пойдет. Но главное, есть вера. Вера – это открытость, и в эти открытые врата идет крестная сила на помощь. Но когда веры не хватает, вы начинаете запираться. А страх куда бьет? Он вот сюда бьет. А здесь как раз и формируется связь между душой и телом в районе солнечного сплетения. И получается, что страх перерубает тот тоннель, по которому к вам приходит помощь. Мне тоже с самого начала, когда уже я научился и в молитве, и общаться, мне сказали, пока ты не победишь страх, ты ни шагу вперед не сделаешь. Ибо ты отрубаешь главную систему связи со светом. Вот и все. Какие еще вопросы? Насчет ребячества и хвастовства. Кто у нас хвастает? Это я. У меня вот это есть такое, чувствую себя, бывает даже чувствую себя каким-то ребенком даже. Надо мне это победить. Я знаю об этом, ну, как-то сложно пока. Есть такое дерево, называется тщеславие. И нам расцветает зависть, вот хвастовство, самомнение, неспособность выслушать мнение другого человека. Пусть даже оно неправильное, но выслушайте. И если человек уперт в этом, допустим, живет своим мнением, а жить своим мнением. То есть вот это вот внутренний покой и способность, говорю, не сопротивляться вот каким-то там другим идеям. Да, пожалуйста, это есть уважение к закону выбора. Ну, человек выбрал быть таким. Вот хочет он лежать на улице голый в мороз? Ну, хочет, ну пусть лежит. Можно сказать, ну, что ты держишь, ты же простынешь там. Ну, что ты им посоветуешь? Сказать, знаешь что, я так хочу. Хочешь лежать? Что сделаешь? А так вызывать службу спасения, давайте нянчиться с ним, давайте там это. Вот этот человек упертый такой, ну, много таких капризных. А в отношении хвастовства, говорят, а надо подпилить это дерево, тщеславие. Да. Тогда многое что уйдет у нас. А тщеславием бороться сложно. Потому что, наверное, больше всего я на нее время потратил. Вот и даже тогда, когда мне показалось, что ее уже нет, вдруг я заметил, что интонация моего голоса, она иногда, я вижу, допустим, человек неправ, и я стараюсь его убедить, а он нет, я вот считаю, что так. А я пытаюсь, нет, вот так. Я чувствую вот эти напряжения, нотки в голосе. Это же тоже тщеславие. Ну, допустим, ты прав.
А ты пытаешься передавить. Во-первых, ты не уважаешь закон выбора. Человек имеет собственное мнение, уважай. В данном случае не глупость, которую тебе говорят, а уважай закон. Вот то, что ты должен уважать. Если человек хочет быть глупым, ну пусть остается. Помните фразу «против глупости людской бессильны даже боги». Есть такая фраза. Оставь его при своей глупости. Он просто упертый. Ну и ладно. Ты иди своей дорогой. Не сердись, не злись, не имей вот этого осадка, что твою теорию не приняли, хоть она и в 20 раз права. Ну и что не приняли? Человек сам управляет своей жизнью. Он будет за нее отвечать, за свои ошибки. А ты сам его сам не делай своих ошибок. То есть свое прямо вытаскивай из глаз. Везде, всегда, к любой ситуации может применить любую фразу Христа. Очень, ну скажем так, полезно. Вот. И вот именно в этом каком-то... Когда-то я тоже замечал, что несмотря на возраст, у меня получается там и быть здоровым, и подвижным, и активным, и все. Я отследил в себе, это лет 15 назад было, что это что ж получается, смакование, что я вот такой, а вот они такие. Это тоже вот умирало во мне. То есть этот процесс такой шлифовки довольно долгий. Это все, что взять какой-то там металл или дерево и сидеть вот наждачком его драить. И чувствуешь, сначала грубые эти уходят, шероховатости, потом мельче, мельче. Потом смотришь, вроде блестит, а нет. Возьми, одень и лупу там, или очки, смотришь, а там полно еще всего. Стер все это тоже, шлифовал. Возьми разрешающую способность, микроскоп. О, да тут еще конь не валялся. Оказывается, нужно просто другой немножко этот самый взгляд. Вот именно, чтобы это видеть свое, нужно непредвзятость, именно вот самоконтроль. Никогда не будьте очарованы своей чистотой и так далее. Это вот черт сидит и говорит, у нас настолько все хорошо. Внутри святость вот не за горами, она уже послезавтра где-то, вот уже все. Можно сказать, нет, в этой жизни мы не успеем стать идеальными. Святость, честно говоря, слово даже не люблю. Можно сказать, идеальный человек – это человек, живущий по законам. Нам до этого далеко. И книга эта вот зелененькая, она нам говорит, что до окончания суда, когда уже час икс пробьет, никто из людей не сможет стать идеальным. Потому что время на это не хватит. Даже люди, которые вот у нас считаются там святыми, они десятилетиями боролись со своими ошибками, грехами, уходили в леса, уходили в пустыни, в отшельники, чтобы не испытывать вот от людей вот этот негатив. И там они десятилетиями шлифовали себя. И то они говорили, что люди нас почитают за святых, а перед Богом у нас долгов еще много. То есть они вот эти свои шероховатости видели. Вот. И идолов из них делать нельзя. Просто нужно примеры брать. Нужно пользоваться, скажем так, какими-то этими, ну, ихними методиками, там, призывами. Но ведь надо самому работать, ходить. Извините, вот есть люди, толпы ходят там, к Матронушке в Москве, к каким-то мощам святым, и они ждут, когда вот произойдет это очередное чудо, и там рука перестанет болеть, или ребенок выздоровеет. Да, это иногда бывает. Но дело в том, что получается, что человек ждет чуда, а сам делать при этом ничего не хочет. А к чему призывал Иисус Христос? Если любите Бога, выполняйте его заповедь. Все ли одна и та же фраза на мне в голове, как лозунг висит, всегда ее вижу. И всегда она, я говорю, я их выполняю. Во. Надо жить и продолжать работать. И не мерить себя, какой я сейчас, духовный рост у меня какой. Мне тоже такие вопросы задавали. Я говорю, откуда я знаю? Оценить меня может только тот, кто больше меня. Я на своем горизонте себя не берусь оценивать. Потому что я вдруг пропущу что-то. Но я не хочу, а зачем? Зачем оценивать? И тот, кто видит меня сверху, и если я в чем-то не прав, я прошу, накажите меня побыстрее. Я тогда быстрее пойму. Пусть это будет жесткое наказание, но тем быстрее оно приведет меня к исправлению. Я всегда этого прошу. Но наказание самое лучшее, когда в самом начале особенно было, чуть не туда повернулся, тебе раз в бок, не буду, чуть-чуть два шага, тебе раз, опять неприятность. И вот так... У меня скорость достаточно была большая, потому что я не боялся и не обижался на эти наказания. Я говорю, они мне очень полезны, очень полезны. Это как вот воспитание, как в каком-то жестком режиме просто.
Хочешь быть быстрее человеком, ну тогда жесткое воспитание тебя быстрее сделает. Родители, которые вот с детьми сюсюкают, у них дети не быстро, скажем так, воспитываются. Там, где строгости достаточно, там получше. Строгость и справедливость – это тоже вот закон. Высокая самокритичность или, другими словами, недостаточно любовь к себе – это как рассматривается со стороны закона? Ну, самокритичность, она тоже должна в меру, потому что самобичеванием заниматься… Надо, да, отслеживать свои ошибки, но постоянно, скажем так, вот плавать в самообвинении, ой, какой я нехороший, когда это все кончится, ну зачем силы на это тратить? Признал свои ошибки, исправляй. А те, которые уже допущены, они через какое-то время сторится и возвращаются. То есть беспокоятся, что я сделал ошибку. Просто их сокращать надо. Вы понимаете, это тоже расхожее такое, ну вот, у людей, что ой, я ошибаюсь, ой, да как же так, я опять вот не прав тут. Начинает самообвинение. И человек постоянно вот в этом крутится. Зачем? Потому что обвинять себя, что я делаю ошибку, это все равно, что как ты до сих пор не святой еще? Ну, почему я делаю ошибки? Ну, как будто это по-другому. Да, вы понимаете? Да. Но мы не можем, скажем, избежать ошибок. Не можем. Просто они должны сокращаться. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год их меньше. Это путь. А мгновенно стать святым, еще раз говорю, идеально невозможно. Поэтому это достаточно неправильно. Потому что хочется прогресс видеть в своем мире. Ну так его добиваться, а для этого третья заповедь, должен светить праздничный день. Следи за собой и сравнивай период, несколько дней, там неделя, потому что неделя меньше я грехов делаю, или так же, или больше. И тогда вы поймете динамику. Туда вы идете или вон туда вы идете. Вот зачем эта третья заповедь, да. А самобичевание бессмысленно, или вы тратите энергию и время на пустопорожнее вот это переваривание своих ошибок. Зачем? Отследили ошибку, отметили, да. Проявляется это в таких эпизодах или конкретным человеком, что я не могу, вот как только он появляется рядом, все, меня начинает трясти от него, у меня раздражение и так далее. А почему? Разобраться надо, из опыта. Вот, скажем, человек мне нужен для каких-то дел, я не могу с ним не встречаться. Работа такая. Но постоянно мне от него плохо. Значит, я выработать должен определенную правильную позицию. Основном разбираюсь, что человек, допустим, мне завидует, и зависть накрывает, начинает меня отрезать от света, ну и так далее. Соответственно, тогда я убираю это все, но я на него не должен злиться. Я себя должен, прежде всего, контролировать. А уж как он ведет себя, еще раз, свобода выбора. Но тогда я начинаю, я могу улыбаться, могу-то нам общее дело надо делать, как даже Владимир Ильич этот нам, Ульянов, говорил. Для того, чтобы добиться цели, мы хоть с чертом объединимся. На короткое время. Было такое. Но я не призываю с чертями объединяться. Я говорю, что если мне надо какое-то дело полезное сделать, ну где же я возьму идеальных людей, чтобы свое дело сделать? Ну, допустим, едешь куда-то в город, мне надо выступить в эфире телевизионном, да, какие-то деньги заплатить, снять зал. Если я расскажу вот все, что я делаю, да мне близко не подпустят ни к эфиру и ни к залу. Мне не дадут этого. Следовательно, умолчание полезно. И видишь, что человек абсолютно вот эту тему для него она такая, от него что-то плохое. Но я вынужден с ним улыбаться, говорить, это что, лицемерие? Нет. В основе моего замысла слово, чтобы дошло до людей. Это мое искреннее намерение. А уж использовать как-то людей, я их не использую. Они зарабатывают деньги на этом. Им все равно, что сатанизм толкать, главное, платили бы хорошо. Я даже с этими людьми вынужден работать, хотя с ними работать неприятно. И тогда я должен носить броню, чтобы в меня вот это все не попало. Одеваешь латы, все как этот рыцарь, становишься в оборонительную позицию и пошел в атаку разгибать и свое дело делать. Ну а что сделаешь? Какие еще вопросы? Григорий Иванович, а вот в молитве... Хлеб насущный. Ну, мы уже об этом говорили, что мы просим света больше. Свет. Ведь если мы закладываем в понятие хлеб насущный какое-то, ну, материальное благополучие или там семейное благополучие, еще раз говорю, его надо заслужить, не выпрашивать у Бога.
Мы его заслужить должны своим исправлением. И на пути исправления к нам это постепенно начнет возвращаться. Понимаете? А если просто выпрашивать, нам этого не даст никто. Ибо в этой просьбе и в ожидании, что это придет, заложена гордыня. Что Бог велик, а я тут такой мелкий. Ну, мне же плохо. Ну, почему не помочь-то? Это же можно. Бог все может. Вот у нас вот это, к сожалению, неправильное мнение. Бог в рамках законов своих действует. И Он, в отличие от наших чиновников, законы эти не нарушает свои же. Бог скован своими законами, потому что они идеальны. И нарушить закон – это произвол. Бога произвола не бывает. Даже то, что вот иногда аномалии какие-то происходят, аномалии происходят не от Бога. А то, что, к сожалению, люди настолько изуродовали энергетику, в том числе и планетарную нашу, это вот одно. И во-вторых, когда идет суд, аномалии могут начинаться от того, что меняются некие параметры. Скажем, если подготовить Землю, скажем, вот этому катарсису, значит, нужно подготовить природу. Это же все не так просто. На это многие годы нужны. Поэтому я считаю, что началась точка отсчета где-то в середине 20 века. А вот уже более серьезные моменты начались примерно в 1988 году пошли. А в 94 году еще круче график задрался. Вот когда меня призвали, как бы вот я понял все. Я спросил, почему это не раньше? Пришло время. Пришло время, вот именно, хочешь работать на эту тему? Работай. Помощь будет оказана. Прежде всего, победи в себе это. Чтобы рассказывать другим, как это делается, нужно самому иметь опыт. И очень многие нюансы, которые людям нужно знать. Даже когда вот мне говорят, а вы же других осуждаете, вон как вы про них говорите. Я говорю, осуждение – это немножко другое. Надо мух от котлет отделить. Я говорю правду. У меня нет ни зла, ни попытки кого-то наказать. В моей интонации нет ни ненависти, ни злобы, ни давления против кого-то. Я совершенно спокоен к тем людям, которые ошибаются, даже будучи там священником или чиновником. Но они так выбрали. Уважение к закону выбора лишает у меня, мою интонацию всех претензий. Нет у меня претензий никому. Потому что они персонально будут отвечать не передо мной, а перед Богом. А я в этот процесс не лезу. Я очень хорошо помню. Аз воздам всем, а ты свое бревно тащи из глаза. У меня вся инструкция, говорю, она у меня висит всегда. Малейшая попытка меня вывести из этого баланса, у меня мгновенно вспоминается какая-то фраза Христа или его душина. Когда вот там ну, что-то происходит очень болезненное, тяжело на душе, просто кошмар. И тогда вспоминаю фразу душина. Люди, говорят, если бы вы знали, что все с вами, что бы с вами ни происходило на земле, вам крайне полезно. Это либо искупление, вам попытка дать шанс искупить прошлое, либо противник настолько на вас насел, пробует вас на зубок. Слабый вы или еще не слабый. Вот, и вы должны собрать себя в волю и пройти этот, скажем, тяжелый момент. Значит, вы что-то из себя уже представляете. Царство Небесное силой берется. А не слабостью, не унынием, не просьбой, дай, Господи, дай, дай, дай. Он нам дает всегда, Он прекрасные законы дал нам. А мы ими не пользуемся и хотим все получить даром. Даром ничего не бывает. Еще раз говорю, закон выполняя, человек приобретает все. И опять же повторяю вам фразу. Не ищите во что одеться, чем питаться, так поступают язычники. А ищите Царство Небесное, остальное все приложится, ибо Отец Небесный знает все ваши нужды. Что такое для нас найти Царство Небесное? Люди многие рассматривают эту фразу, как сказку, как какую-то это, ну знаете, вот, это говорит, только для этих дежавю. Что такое Царство Небесное? Я говорю, Царство Небесное – это научиться на земле жить по законам Божьим. В состоянии мы это сделать? В состоянии. На это просто нужно время и абсолютно четкая, точная инструкция. Как? Вот поэтому пришел второй и дает нам, перед тем, как самому выйти, дает вот эту инструкцию. Вот откуда ваши проблемы. Вот почему вы заблудились. Вот где искать чертей надо. Не где-то там Армагеддон какой-то идет, а он идет в вашей голове. Кто победит? Тьма через вашу голову заставит вас жить в грехах и дальше. Или свет, который от души вы зовете постоянно, отче, дай, да царствие твое пусть придет. Оно давно здесь, но вы же от него сами отошли. Так возвращайтесь к нему. Опять же, через веру, через желание победить грехи, через реальные результаты
в этом процессе, и много что другое слагает путь. Цель должна быть превыше всего. Тогда, если цель ваша душа и Бог, значит, вы выполняете первую заповедь. Для вас Бог – это главное. А все земное – это уже на втором плане. И сами это видите, что вас может предать и муж, и жена, и дети, и родители. Все, что угодно может произойти. Вас не предает только одно – это Бог. Никогда не предает. Это абсолютно, скажем так, это абсолютная защита. Но главное – иметь право на эту защиту. А право дает только полное разоружение, то есть переставать и грешить. И еще раз говорю, сразу это невозможно, но шаг за шагом делая, мы показываем Богу, что мы, Господи, идем к Тебе. Мы не хотим грешить, но сразу не получается. И тогда оттуда идет проверка. Если ты идешь по графику максимальному, у тебя символически начинают многие беды с тебя сходить. Как и пишет вот символическая из главы. Потому что кто-то оттуда видит, что нас подталкивает уже вот этими тычками. Не надо, человек все понял. И делает все, что может. Искренне. И целеустремленно. Все. И тогда карма, там, где, говорю, у человека дом должен сгореть, он может чемодан потерять. Чемодан, если должен пропасть, он может там какое-нибудь серебряное колечко там за 50 евро потерять. Ну и так далее. То есть идет уменьшение давления кармы из-за того, что человека подгонять больше не надо, он все понял. Остается только вот это искупление, потому что закон есть закон. Все равно в любом случае, хоть символически, но надо искупать. Все очень просто, как видите, ничего сложного нет. Никаких там заумных речей, никаких там таинств тут нет. Потому что Бог пришел к людям в лице Христа. Какие могут быть таинства, если Он обращался к пастухам, рыбакам, людям очень простым? И они его понимали. Потому что по своей цели сошествия на землю Бог не может быть непонятен. Он пришел, чтобы вы поняли, и Он может быть понятен, и всегда был понятен. Что потом навернули из этого люди, это уже их проблемы, эти толкования. А наша задача именно вот к этой простоте прийти. Даже научный постулат «Истина в простоте». Помните, да? «Simplex sigillum veri». И кто живет этой простотой? Никто. И не собирается. У нас эти фразы вот так болтаются вот, через уши в голову и никакого значения для нас не имеют. Это как бы покичиться своей образованностью, покичиться тем, что вот это все тешит свое тщеславие. Это я и на философских был диспутах, где меня приглашали там. Когда я вот немножко развернул эту тему, на меня так смотрели. Он не поминает никаких там этих великих философов, ничего. То есть, а он никак. 2-3 фразы свои, потом так сказал там такой-то. Еще 2-3 фразы так сказал этот. Это еще 2, так сказал этот, вот этот, вот этот, своего начальника. Поменет, чтобы тот потом ему там не подписал что-то. Да, это великий, его труды тоже сюда. И то опять все время цитаты, 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 цитаты. И в этих цитатах смотришь, а своего-то ничего нет. Нет ничего. Король-то голый. Давайте вопросы какие-то. Время дорого, давайте. Юрий Николаевич, вот встречаешь какие-то случаются неприятности, да? Там сразу настроение падает, не знаю. Мучаешься. Вот. Ну и многие говорят, не унывай, это самый большой грех. Вот признаки уныния. Ну, смотря как настроение падает. Оно же падает, может, как пикирующий этот, а может, как сухой лист. Вот когда падает вот так, еще можно подставить его, что ты унываешь. Все нормально. Как я же говорил сейчас, все для нас крайне полезно. Находит на нас уныние, значит, без зав отделом по унынию оттуда, он говорит, Гуля, ты радостная очень сегодня. Давай мы тебе настроение испортим. Начинает голову подбрасывать какие-то эпизоды, там, то, что вас мучает. И вы тогда должны, еще раз говорю, выработать позицию, чтобы это уныние исчезло. Я говорю, не так уж плохо жить, как нам кажется. Если там у меня проблемы с детьми, но ребенок взрослый, он сам уже за себя отвечает, почему я должен, вот, скажем, пластаться и уничтожать себя из-за того, что он неправильно ведет. Ну, это когда вот кроха такая, я его заставлю, допустим, могу. Но когда вот такая кроха выше тебя уже, а что ты можешь сделать? Просто можешь посоветовать, скажешь, не делай глупости, не получишь проблемы. А он делает глупости, получает проблемы, к тебе с жалобой. Говорит, ты что делал, то и получил. Следующую глупость не делал, опять делает, опять получает по ушам. И так продолжается 88 раз. А что я могу сделать? Я могу только советовать. А заставлять здорового человека,
такого бесполезного, взрослого, потому что у него свобода выбора. И как бы не больно мне было, тогда получается либо тонуть вместе с ребенком, нарушая заповеди, либо самому соблюдать и ждать, когда он поумнеет. И все время быть начеку, когда ему можно помочь, поддержать по-своему. Хочет человек вот таким быть, он начинает болеть, страдать. Да, я могу ему купить лекарства, могу что-то сделать такое материальное, чтобы его оградить от таких проблем. И все-таки я жду с нетерпением, когда он поумнеет. Ну что сделать? У нас другого нет выхода. Вот ты заповедь-то не сотвори кумира. Она говорит о том, что не топите себя ни из-за кого. Каждая душа, она самоценна. Вот. А когда нас превращает в общее стадо, в такую массу, какое-то массовое животное, которое вот должно жить вот так, вот так, вот так, есть такие воспитатели в кавычках, не надо этому поддаваться. Ведь, скажем, вот у нас Советский Союз был, тоталитарная система, высунулся на 2 сантиметра выше, чем другие, сразу срежут. Помните? Для этого служили партсобрания, профсоюзные собрания и прочие собрания, и так далее, и так далее. И тебе говорили, ну что, ты же умный человек, что ты высовываешься? Живи, как все. Живи, как все. Так же, собственно, и у нас, и в нашей религии происходит. Что тебе надо? Вон у тебя есть православие, католики, протестанты, есть варианты, есть секты, эзотерика. Да иди, что тебе интересно, туда иди. А другие говорят, там сатана, тут сатана. И друг друга обвиняют, и обвиняют, и обвиняют. Можно сказать, куда бедному крестьянину податься? Ну так туда подавайся. Куда подавайся? Есть точка опоры? Есть. Есть у нас прекрасная Библия, и в ней тоже можно разобраться, если вы серьезно хотите. Там все есть. Вот. Как вот, вы знаете, есть книги такие, в журналах раньше было. Ты должен картинку найти. Вот там такие всякие типа лабиринта, все это, ветви там какие-то, там лицо может быть или еще что-то. Вот. Найдите его. Вот христианство прям такое же. Там есть суть, как писал Лев Толстой. Там алмаз первой величины есть, звездной величины. Но его нужно из мешка достать, вот среди вот этой путаницы всей, достать его и пользоваться им. И никуда не... Он для всех полезен, для всех идеально подходит. Но надо вот это все вот сбросить, все ненужное. Простота изложения, она была в самом начале. Вот и... Те люди, которые нам пытаются интерпретировать, и только они могут быть посредниками, я могу сказать, ну хорошо, допустим, если взяли вы быть посредниками, почему за 2000 лет вы не учили народ жить по заповедям? Ведь это требование Христа было такое непреложное. Любите меня, выполните заповеди, вы за 2000 лет, если вы не научились, значит, у вас какой-то ущербный вариант, мы туда не пойдем. Я имею право. Я никому не желаю плохого, но я имею право исповедовать религию так, как я ее вижу, если она приносит мне пользу. Она обязательно должна принести пользу. Потому что если ты начинаешь жить по закону, за что ж тебя карать тогда? Судьба у тебя исправляется. А это все, что нам нужно, быть здоровым и счастливым. Если за 2000 лет никто не стал здоров и счастлив вот от этого, значит, что-то есть там неправильное. Как в какой-то программе, если вирус какой-то есть, он не дает программу осуществить правильно. Если человек... спокойно может мыслить, даже одна голова начинает понимать, что что-то тут не так. А когда попытка сказать, да посмотрите, что сказал Иисус, и что говорите вы, ах ты кто такой? Мы тут епископы, мы игумны, мы там такие-то, мы посвященные, а ты кто? Я человек, к которому обратился когда-то Иисус Христос, пусть через какое-то время. Я человек, я хочу идти по тем словам, по тем понятиям, которые дал мне Иисус. А вы говорите немножко другое. Поэтому христианская религия, она строгая от источника. А если она не такая, как источник, тогда называйте свою религию не христианством, а тем, кто вам это дал, павлианством. И еще как-то те идеи, которые интерпретировали посредники. Они не такие, как Иисус. Они не могут быть такими. Иисус был Бог, а они были люди со своими ошибками, со своими... как это, вирусами тут, которые вот и исказили все это. Потому что, чтобы нести религию Христа, надо быть абсолютно чистым человеком. Апостолы таковыми не были. Это из них слепили идолов. И сам Иисус говорил, вы еще не вмещая, не можете вместить все, что я вам хочу дать. Это цитата от Христа. В Откровении Иоанна
там же есть фраза во второй главе. «Я знаю дела и твои труды твои, и терпение твое, и знаю, что ты не сносишь развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и нашел, что они не таковы, ибо они лжецы». То есть Иисус Христос через посредника Иоанна рассказывает, что лгут апостолы, потому что после смерти Христа через какое-то время учитель ушел, и больше от бесов прикрывать их никто не стал. А собственных побед у них было немного. Это, еще раз говорю, раз их Иисус выбрал, это были люди неординарные. Это были сильные люди, это были честные люди, порядочные люди. Единственное, Павел только позже пришел, и то не через Христа. Но они растеряли быстро, все ушло в песок. И поэтому христианство начало ветвиться сразу после смерти Христа. Буквально считанные годы прошли. И пошло один апостол это так понял, другой так, между собой начались стычки, кто лучше понял Христа, это черти, зав под тщеславию, начали разыгрывать эту карту. Потому что им нужна была тоже слава, они были рядом с Христом, мы вот так понимаем, поэтому считается, что ты были рядом с Христом, значит, они его поняли, и только они знают правду. Ничего подобного. Сам Иисус сказал в Библии, что они неправду говорят. Это я смягчаю его слова еще. Вот поэтому говорю, не надо никого обвинять, в том числе апостолов. Они сделали все, что могли. Польза была тоже великая, потому что апостолы разнесли христианство по Ближнему Востоку, на Кавказ, там и в Грецию и так далее. Вот весь регион. И в этом их великая заслуга. Многие из них погибли насильственной смертью. Но ведь дело в том, что нам сейчас время предъявляет совершенно иное требование. Либо вы с Богом, либо вы с чертом. Если хотите остаться с чертом, значит, никто из вас здесь не уцелеет. И не просто тело, а ваша душа будет вычеркнута из книги бытия. То есть вы никогда больше не сможете жить сознательной жизнью. Все. А это уже намного хуже, чем любая война, чем любые потери. Так что все зависит от нас. А это будет дух понимать, что он никогда не будет больше жить. Или ядро то, которое там осталось. Еще раз говорю, ведь об этом говорит Библия. Что говорил Иисус, что кто не будет выполнять волю Отца, не войдет в Царство Небесное. Он говорил, не каждый говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а кто исполняет волю Отца моего. Это заповедь. Ведь это все лежит на поверхности. То есть не болтать вот это все, цитаты нужны, не гордо расхаживать, размахивая кадилами и крестами, а нужно народ научить жить по заповедям. Те люди, которые вызвались быть посредниками между Богом и человеком, это их прямая задача, которую им Христос поставил. В самом слове «церковь» оно такое, оно непростое. Я уже тоже об этом говорил, что церковь – это Слово Божие. И Слово Божие нести может только тот, кто живет им. По крайней мере, хоть что-то получается. Тогда он может передать этот опыт и привести человека на этот путь. А если человек никогда не ходил этой дорогой, как он может привести на этот путь? То же самое лицемерие. Ведь 2000 лет назад было то же самое лицемерие. Когда горделиво ходили в том народе тоже священники, в том числе и первый священник, и возненавидели они Христа. За что? Зато он также просто рассказал им все, что жить надо по законам. А вот эти ваши жертвы животных, которые там накладывали руки и убивали там жертвенное животное, все, человек чисто, причем здесь человеческие грехи и убийство животного ритуальное. Можно сказать, это обыкновенная племенная магия была. Иисус пришел и в пух и прах разнес. Вы же, говорит, народ избранный, Моисей вам давал это. Куда же вы это все дели? Опять золотой телец, опять магия. Бог хочет милости, а не жертвы, он хочет любви. Причем здесь жертва? Причем здесь кровь? Чья-то пролитая. Вот откуда Павел взял, что Иисус взял на себя кровью, искупил всех нас. И Павел это внес в христианство. Этого нигде не было, искупления по крови. Причем здесь, почему мы должны убить Христа, чтобы стать чистыми? Представляете, абсурд этот. Поэтому вот эта страшная тоже ложь, которая влегла, и любой человек, хоть немножко душу живую имеет, он это чувствует, что здесь что-то не то. Помните, если вот у Есенина есть фраза, что кто-то без креста и мук натянул на небе радугу, как лук. Вот, едет на кобыле к миру в новый спас. Наша вера в силе, наша сила в нас. Что-то такое, по-моему.
Ведь даже Есенин, не будучи особенно там религиозным и так далее, он душой, как талантливый человек, преподнес нам то, что едет на кобыле к миру новый спас. Потому что вот это, помните, и всадник на белом коне, и мимо Слова Божие и так далее. Вот, и разит он мечом уст своих народа земли. То есть Слово Божие придет наводить порядок. Оно больше увещевать не будет. Иисус последний раз миром попытался говорить с людьми. Не получилось. Вот. Поэтому в данном случае люди, которые душой живые, они это чувствуют. И вот Есенин в такой стихотворной форме преподнес, что, собственно, будет. Что без креста и мук будет второй. Вот. Помощь, пожалуйста, помощь, она к нам идет. Книга, еще раз говорю, к этой зеленой книге, это вообще в свете истины. Тоже говорит, над вами сейчас реет Слово Божие, но оно не вас ищет, а оно ищет людей, которые сами к нему тянутся. Вы должны его искать. Вот эта суперпозиция по отношению к Слову Божьему, это очень важно, потому что почему мы, люди, должны сделать первый шаг? Потому что свобода выбора – это закон. Пока вы не хотите и не делаете шаги навстречу Богу, и Бог к вам не пойдет, поймите это. Это заложено в строгом, незыблемом законе. А что люди? Докажите, что есть Бог. Вот пусть докажут мне кто-нибудь, что есть Бог. Да кому ты нужен? Живи без Бога, пожалуйста, если хорошо живется. Живи, продолжай. Крушить направо и налево, отнимать, грабить, брать взятки, хамить и прочее, прочее. Да живи так хочешь. Время твое заканчивается. Поэтому, зная, что происходит, можно сказать, что если нас кто-то обижает, во-первых, это искупление. Во-вторых, есть тот, который будет спрашивать всех с ваших обидчиков. Есть такой. Доверьтесь ему. И успокойтесь. Что еще вы хотели знать? Я бы хотела знать еще что-то. В течение дня я замечаю, что делаю ошибки, которые не хотела. Допустим, скажу слова Богу автоматически, не думаю, конечно, Богу. Или фразу построю так, что она меня ставит в лучшем свете. Чем это было? Вот такие маленькие лукавства. Я регистрирую это. И у меня возникает досада. Этого достаточно? Я регистрирую, что я... Нет, одной досады недостаточно. Досада – это, скажем, регистрация, что вы не правы. Вот. Но вам нужно тогда взять под контроль именно те эпизоды жизни, где это проявляется. Понимаете? То есть стереотипные ситуации. Ну, пример такой. Когда я вот в Москве, помню, у меня начиналось все это. Заходишь в метро, люди толкаются. Вот со всех сторон. Не успеваешь тут с одной стороны закрыться. Тебе кто-то тележки по ноге проехал. Тут тебя в бок толкнули, тебе с сумкой по уху. Вот это кто-то вот с сумками лезет. И толпа. Меня, конечно, это напрягает. И смотрю, как в метро висит такое... Но облако это вот раздражение такое тяжело, там энергетика такая. Потому что десятилетиями там все это копилось. И никуда не девается. Вот. И тогда я для себя понял, сказал, что вот я сюда пришел в метро со своими целями. Мне куда-то надо ехать, я тороплюсь. А люди, у них тоже есть свои цели. Они тоже куда-то торопятся. И тоже преследуют вот, быстро куда-то добраться. Следовательно, получается, что моя позиция раздражительная, есть некий эгоизм. И я тут иду. Расступитесь все, а если не расступаетесь, да вы такие-сякие. А другие, может, то же самое думают, так же, как и я. Это метро, этот ход шляется всякий. И вот это все вот накапливается, вот как прошлогодний листвак. Каждый день, каждый год, поэтому тяжело становится. Отсюда, можно сказать, не судить тех, которые делают примерно то же самое, что и ты. А ты попробуй вот свое бревно вытащить, перестань раздражаться, избавься от своего эгоизма, от твоей такой мнимой исключительности. И вот с этого начались победы. То есть я, когда иду, где вот тесно толкает, я все, режим базар-вокзал, все, не раздражайся, лови вот эти все, останавливай это все. И вот так вот это постепенно одно ушло. Потом что-то другое находишь, третье, вот как я про тщеславие рассказывал, как улавливаешь, в интонации там. Я говорю, это годы и годы уходят на то, чтобы хоть к какой-то степени привести себя, хоть к какой-то норме. Процесс долгий. И рассчитывать на то, что мы вот там уже скоро, там совсем уже скоро будем идеальными, еще раз говорю, нет. Но мы должны сделать все, что можем.
принцип спасения не в том, что человек должен добиться абсолютно идеальной такой вот фигуры духовной. Это невозможно, время не хватит. А что тогда? Тогда что, бесполезно? Нет. Давайте я один рисунок вот нарисую сегодня. Вот принцип спасения. Математический график. По абсциссе годы. По ординате духовный рост. Вот, скажем, вы начали движение. Вот ваша точка отсчета. Скажем, это точка максимального восхождения вашего. Вы можете за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лет, скажем, за 7 лет должны добиться этого результата. Это график максимальный, возможный для вашего потенциала духовного. Мы же все разные. Один сильнее в духе, другой слабее, третий вообще едва дышит. И у каждого есть свой график. Потому что если вы сильны, с вас потребует это. Если вы послабее, с вас потребует это. Если вы еще слабее, с вас потребует это. А если вы очень сильный, с вас потребует это. И все мы войдем в царство, как бы спасенное, если мы каждый свой максимум выполнит. И этот войдет как в абсолютном измерении, они разные все. Контролирует этот процесс свет, он знает наш потенциал. Но уж если вы сделаете меньше, скажем вот так, пойдете и не выйдете к своей точке максимальной, тогда может быть не зачет. А вот этот человек, который сделал меньше, но он максимум сделал, будет зачет. Понимаете принцип? Это принцип муравья и слона. Слон может поднять там 5 бревен сразу за раз хоботом, а муравей может взять только может, одно крупное зерно, едва-едва. Вот. А слон мог взять и 6, и 7 бревен, но он не взял. Слон не пройдет, а муравей пройдет. Он максимум взял на себя все, что мог. Вот этот принцип. Тоже и испытан на мне, когда я говорю, все, что я вам говорю, это постепенно в процессе опыта приходило, далеко не сразу. Это все выстрадано через определенные ошибки, через победу над ними, через осознание законов, применение их в своей практике. Победа, еще раз говорю, над нашими грехами лежит либо опираясь на законы Божии, которые вот Обрушинович преподнес, или качество Бога. Качество. Бог – это высочайшая справедливость, поэтому в этом мире не может быть несправедливости. Бог совершенство, мир совершенный. Откуда же может быть несправедливость? Они исключены. Несправедливость может быть только в отношении к посланцам Божьим. И то они добровольно на себя берут ту карму, которая им не положена. Понимаете, Иисус не заслуживал смерти, и не заслуживал пыток, и не заслуживал страданий. Но приходя в общество, где есть свобода выбора, он понимал, что если они выберут убить его, они убьют его. И никуда от этого не денешься, так выбирают люди. Бог послал посланца, который мог дать людям и счастье, и здоровье, и так далее. Они его убили. И после этого убийства Бог принял решение, тогда будет суд. С вами больше разговаривать никто не будет. По-доброму вы ничего не получаете, не понимаете. Вот этот принцип как раз и есть, что принцип спасения пройдет через этот фильтр только тот, который делает все, что может. И понимаете почему? Потому что если человек знает, как делать, имеет крещение, то есть поддержку сверху, соединение воли человека с волей Божией, то есть он имеет и возможности, и знания, тогда что ты не делаешь ничего, или делаешь в полсилы. Ты думаешь, за тебя остальной Бог будет доделывать то, что ты не успел доделать. Ты мог, но ты не сделал. Давайте через бытовой пример. Вы лет 5 не убирали в квартире, так, в запое были. Вот, и у вас там ужас, что творится. Вот. И вы так однажды начнулись и сказали, надо квартиру бы эту хорошенечко убрать. Но убирать ее теперь очень долго надо. А время, скажем, завтра придут гости, и надо к их приходу. Квартира была идеальная. Вот и тогда вы просите друзей, слушайте, давайте помогите. Мне одному труд. Друзья вас любили, давай поможем. Приходит и начинает убираться, а вы так хитренько поглядывая глазом, потихонечку сачкуете, мягко говоря. Вот. И там друзья в конечном итоге сказали, слушай,
Почему мы должны тебе убирать твою грязь? Мы тебе пришли помогать, помогать. Ну, честно, если ты делаешь все, что можешь. А мы остальное тоже поможем тебе. Но если ты не хочешь делать то, что можешь, почему мы за тебя должны убирать грязь? Это твоя грязь. Правильно? Правильно. Так что это тоже принцип. И говорю, не только правильно идти, но и быстро надо идти. Времени ждет. Что еще? Какие вопросы? В книге Абдрушина я впервые нашла определение, что такое чувство, примерная фраза такая. Инстинкты тела, направляясь рассудком, порождают чувства. Вопрос первый. У вас вы также определяете чувства? И второе. Приведите, пожалуйста, пример из жизни, когда была бы речь о положительном чувстве, полезном мне, моей. Чувство сострадания. Ну, полезно? Да. Но опять же в меру. Если будете сострадать там, где человек провальный, так скажем, вы начинаете тащить его на себе тогда. Поэтому сострадание вызывает желание помочь человеку. Это нормально и здорово, и хорошо, это есть добро. И вы начинаете ему помогать. Говорить, давай, так, вот ты голодный, на, поешь. Ты раздетый, на, оденься, я тебе, пусть не новый, но отдам, пока ты раздетый и голодный. Помог. Но знаешь, почему тебе плохо живется? Потому что ты не идешь туда. Потому что ты себе сам и уродуешь судьбу. Начинай, я тебе помогу, расскажу все, что знаю, помогу, поддержу. Будешь голодный завтра, после, приходи, поддержу тебя, покорми, пока вот тебя запустить. А зачем мне это надо все? Пошел, пропил ваш там этот плащ или что, и смотришь, он опять, слушай, дай покушать опять. Ну что ж, давай еще раз попробуем. Опять его покормил, опять то всем взял, опять его одел, скушал. Ну ты не пропивай это все. Будешь замерзать опять. А человек думает, так, тут добренький нашелся. Пошел опять, слушай, дай мне еще плащ есть. Тогда я скажу, извините, сострадание мое кончилось. Потому что бесполезно вот в такое вот, это как дыра черная, туда все уходит, а толку никакого нет. Здесь именно вот душа, она всегда дозирует это. Я тоже, когда вот, скажем, не прав, потом вот душа приходит в какое-то равновесие, занимает очень четкую позицию, как лезвие бритвы, точно знаешь. Поэтому, когда кто-то пытается добиться того, что ему не положено, моя душа это чувствует. И мне не хочется тогда, я не хочу. Разбираюсь, почему я не хочу, а потому что человеку помогать не надо. Вот хочешь помочь человеку, помните, как есть такой принцип? Если ему плохо, он что, больной? Или он там разваливается? Ну, дай ему лопату, пусть заработает. И все, и себе и кормить будет. А просто так даром вот помогать. Это развращает человека. Конечно, очень многие есть варианты такие скрытые, поэтому надо разобраться. В любой ситуации она индивидуальна. Стоит ли помогать человеку или не стоит? Или стоит помочь только в разовом порядке, а потом сказать, посмотреть на него. А как он эту пользу? Пользы будет от этого? Нет. Потому что добро есть, это высшая мера полезности, есть добро. Есть польза от этого? Делайте. Нет пользы от этого? Это бессмысленно. Ну, может, раз попробовать сделать, потом сами поймете. Это бесполезно. Да. Вы понимаете, я понял, да, многие фразы Христа, они, скажем, вырваны из какого-то контекста. Ведь люди вспоминали, вот тоже он сказал про юношу, раздай имущество и иди за мной. Это тоже ведь, когда люди считают, ну это принцип христианский, надо вообще все имущество раздавать и идти за христианство, как вот это неправильно. И Абдрушин об этом говорит, что как бы выдернутый из контекста он говорил, во-первых, на разные аудитории. Он может ученикам может намного больше раскрыть, они его больше поймут. А в какой-то совершенно такой как бы враждебной аудитории он может не говорить то, что он говорит ученикам, и давать иные примеры, учитывая, кто перед ним. И здесь то же самое. Это надо знать, в каком контексте он это сказал. Вот, потому что сами понимаете. Ну, допустим, вот реальная ситуация, к вам подходит, отдай рубашку. Он скажет, о, да у меня еще и это есть, и это, давай сниму все. Бери. Это абсурд, правильно? Абсурд.
Почему вы должны отдавать? Просто естественно, что к вам там с оружием подошли, вы знаете, что вы не сможете защититься, да, я лучше отдам, мне жизнь дороже, я еще своим детям нужен, там, и так далее. Вы поймете, что вы не сможете справиться с этой вот там бандой или что. Тут каждый раз индивидуальная ситуация, надо принимать решение. А это вот возводить это в принцип, это неправильно. И юноша, которому сказал так Иисус, он сказал не потому, что надо всем раздавать, и только голый человек и нищий пойдет за Христом. Нет. Он сказал, что имущество было у юноши такое огромное, у него рано ушли родители из жизни. И он свои там 17-18 лет остался владельцем колоссального состояния. У него там наложницы, ему вообще работать не надо, у него приказчики, там все варится, все, и он богат. И получается, что борьба за жизнь, которая дает нам эпизоды сражения за себя, он этого лишен, этого полигона. Ему нужно было опять вот уметь заработать себе на жизнь, уметь противостоять, потому что сразу начинаются конфликтные ситуации. Чтобы заработать, надо на рынке труда иметь профессию, чтобы быть лучшим. А если ты просто хочу работать, ну иди подметай. Не хочу подметать, неинтересно. Тогда учись чему-то. Будь плотником, слесарем, водителем, как вот сейчас. Чем угодно будет, ты хоть имеешь, должен заработать. А если ты там токарь или там слесарь, ну, что ты будешь там напильником что-то делать, ты должен на заводе или в каких-то мастерских, в автосервисе, ты должен что-то уметь такое. Если ты не умеешь, а зачем тебе тогда держать там? Следовательно, что это надо лишать себя лени, эгоизма, надо работать, надо знания приобретать. Это и есть... Что? Помните, эволюционная задача? Человек пришел на землю, чтобы избавиться от лени духовной. Наш светлячок должен, проходя через жизнь, борьбу за жизнь, через препятствия, должен разгореться. Это как трение всегда. Вот быстро, если взять, то начинает быть тепло. Вот нам этого тепла жизненного не хватает. И поэтому мы с небес сюда пришли, нас Бог отправил сюда, чтобы мы стали людьми. А для того, чтобы быть людьми сознательными, надо это сознание приобрести. А чтобы его приобрести, надо избавиться от лени. Избавляясь от лени, избавляться мы можем только через какие-то препятствия, которые заставляют нас пахать. Если мы не работаем, мы так и остаемся ленивые, особенно когда у нас есть капитал или что. А зачем тогда? Вот в каком контексте было сказано Иисусом. Тебе богатство мешает. А если бы этот юноша сказал, а я создаю рабочие места, я создаю там какие-то мастерские, у меня люди работают, я хожу, я устраиваю какие-то там лечебницы для детей, детские сады, и это, и мое богатство начинает служить людям. А тогда бы ему этого не сказал. Говорит, здорово, продолжай так. Ты целый огромный коллектив можешь в жизни поддержать, запустить и прочее, как видите. Все должно быть полезно. А если капитал мертвый и мешает человеку понять суть и избавиться от лени, значит, оно ему вредно. Так вот. Что и, еще? Отношение к заболеваниям. Если заболевание особенно тяжелое, я не беру неожиданных травм, тоже результат мировоззрения человека, сострадательный. Ну, во-первых, скажем так, болезни, это, можно сказать, концентрация наших грехов, запущенных, которые уже и по физике по нашей бьют. Это наши болезни. Вот. Мало того, через болезнь приходит искупление. Вот. И тут тоже такой тонкий вопрос. Потому что есть такая секта, по-моему, они не то адвентисты, ничего, я уже не помню, которые запрещают применять лекарства и ходить к врачам. Запрещают. Поэтому умирают дети, умирают и взрослые иногда. А у них это запрещено. Вот. И когда мне говорят, что нельзя пить лекарства, потому что я когда-то говорил, что я от лекарства отказался 22 года назад. Уже с половиной даже. Я не пью ни одной таблетки. Я ни к врачам не ходил, кроме как к зубному, там полному поставить. Или что. А к другим врачам я игнорю. Да, мне бывало тяжело и больно. И люди тоже это пытаются в принципе возвести. Что если я пью таблетки, я опять грешник? Я говорю, да нет. Я пошел ва-банк. Хватит у вас сил побеждать быстро свои грехи. Тут либо ты справляешься, по графику нужному идешь, и тогда твоя болезнь приходит, искупил что-то, смотришь, грипп у тебя за 2-3 дня прошел, а другие болеют по 2 недели с осложнениями. У меня там начался еще бронхит, тоже прошел, у меня там заболел сустав, тоже быстро проходит. Я ничего не пью. Почему проходит? Потому что я терплю, знаю, что мне нужно что-то искупать. Но я должен быть в максимуме взлета вверх. Если я этого не делаю, болезнь может задержаться. И грызть меня, как бы подгоняет. Давай.
Это те вот волки, которые нас покусывают и заставляют двигаться быстрее. Всегда намек. Слабо идешь. А если мы не побеждаем, если мой график вот такой какой-то, тогда необходимо идти к врачу. А куда же денешься? Не умирать же. И так же и ребенка тоже. Если родители слабые, защищать ребенка нечем, поле-то слабое, тоже набито ошибками, то что ж тогда? Конечно, надо к врачам ходить. Поэтому, когда врачи меня в шутку так давно, еще лет 15 назад, один встал, говорит, я вот врач. Получается, что если ваша теория победит, я сразу говорю, моя теория – это христианство, я ее не изобретал. Ну да, говорит, если ваша теория победит, и все тогда и врачи нам не нужны, говорит, а куда же нам деваться? Я говорю, вы можете им беспокоиться. На одного работающего в духе. 10 миллионов бездельников в духе. Вам вот так хватит, говорю, не беспокойтесь. Тогда я говорю, если на то пошло, и врачи нам не нужны, и полиция будет не нужна, потому что если все будут честны, преступления не будет просто. То есть ни полиция, ни милиция, ой, ни врачи, нам не нужна фармакология, нам не нужны там какие-то это юристы. Вы знаете, 90% профессий исчезнет. А у нас почему эти профессии существуют, да еще как? Потому что у нас все перевернуто. Выгодно полиции, чтобы были преступники, иначе им не нужны. Выгодно медицине, чтобы были болезни, иначе они не нужны. И кругом так все с ног на голову поставлено. Общество организовано так абсурдно. Абсурдно даже с точки зрения здравого смысла посмотреть, уж без всякой религии. Поэтому мы никогда не избавимся ни от преступности, ни от болезней, пока мы опять не перевернем и не поставим общество как положено. Видите как? А тяжело больным сострадать можно? Конечно, конечно. Только при этом умейте и помогать, и сострадать, но и не набираться от больных. Потому что пользы от этого нет. Если, скажем, вы тоже рядом заболеете, скажете, ну что, мы можем вместе и дальше поползти туда. А зачем? Нужно уметь и остаться сильным, здоровым, и уметь помочь человеку. Вот где победа наша. И я тоже это проходил в самой ранней стадии, когда помогал близким, у меня эти болезни на меня наваливались. А мне говорят, а ты защищайся. Если, скажем, там, помню, теща помог, на нее там навесили соседи. И она буквально очень плохо стала. Я ей помог, мне стало плохо. Я понял, что надо уметь защищаться. Я тогда мысленно увидел, что вот я как пожарник, знаете, когда тушат нефтяные скважины, такие костюмы есть зеркальные, блестящие. Я одел, и в следующий раз, когда я дочери помог, у меня ничего не было, я понял, что формы надо применять защиту, чтобы в тебя не проникало вот это безобразие, которое пока еще от других идет. Потом более активные нападения пошли, когда человек сам пытается в тебя это втолкнуть. Вот тогда, смотрю, зеркала уже не помогают, какие-то иные формы. Вот. Я исчезал, там, скажем, строил формы. Меня не существует здесь. Я как кофе без осадка растворился, и все. Мои молекулы везде, одна на Плутоне, другая на Альфа-Центавра, третья там, на другом созвездии. Все раскидал в космосе, хватит звезд для каждой молекулы. Раз вот так, картинку, и они тоже меня ищут, не могут достать. Понимаете? Это, говорю, как вон в сказках, в фильмах было такое. Я думаю, надо же, как сказка, вот она оказывается рядом с нами, только вот потусторонний мир, он немножко другой, у него там другие, по-другому действия законы, по-другому эти принципы, и здравый вот этот трехмерный наш мозг совершенно там ничего не может сделать. Он все время нас пытается оставить в этом мире, и там ничего не бывает, даже не бывает, когда там такое, даже художники, если вы, скажем, Брейгеля, да, смотрели картины, вот, а кто еще? Иероним Босх. Есть несколько художников, которые рисовали картины. А вот эта чертовщина вся. Они же их видели. Поскольку я картины, когда смотрю, я знаю, человек это пережил и видел, или он это не видел, он просто нарисовал так. Из фантазии какой-то. Вот они это видели. Потому что очень талантливые люди, они имеют выход по ту сторону. И многие им эти картины идут. Бывают во сне, бывают видения даже. Это все приходит. Ну что? Все, вопросы иссякли. Спасибо. Завтра еще задаю. Давайте, если да.